Друзья, мы в Таллине, и вот это здание за моей спиной – это Министерство иностранных дел Эстонии. Почему мы выбрали именно эту точку для начала ролика? Дело в том, что именно здесь в советские годы располагался Центральный комитет эстонской компартии. Отсюда партийная верхушка руководила всем, что происходило в этой Прибалтийской республике. Прилегающая улица называлась Бульвар Ленина. Был здесь, конечно же, и памятник вождю мирового пролетариата. Но сейчас от всего этого не осталось и следа. Статую Ленина демонтировали. Площадь Красных Стрелков, на которой она стояла, переименовали в Театральную. Даже в бывшем здании ЦК теперь работают обычные сотрудники Министерства иностранных дел. Сегодня я расскажу о том, как Эстония жила в советское время и что с ней стало после распада Советского Союза. За 30 лет Эстония прошла путь от Советской Республики до одной из самых развитых стран Восточной Европы. Эстония, конечно, ушла от совка дальше всех. Здесь развивают сферу IT и построили электронную демократию. У нас количество стартапов на душу населения самое большое в мире. Почти забыли русский язык, но постоянно повышают уровень жизни. Средняя зарплата эстонская сейчас выходит на уровень 1700 евро. Здесь берегут свою старину, но демонтируют советские памятники. Хороший повод устроить в Эстонии некую провокацию. Многих русских тут сделали не гражданами и дают им особые паспорта. Я ущемлен просто, ну, на нет. Добро пожаловать в Эстонию! Каждый прожитый нами год приносит много счастья и радости нашему народу. В этом году исполняется 30 лет с момента распада Советского Союза. Здравствуйте, в эфире Вести. СССР больше нет. Одна страна превратилась в 15 различных государств, каждое из которых пошло своим путем. Возобладала линия на расчленение страны. В честь этой даты я решил посмотреть, что привело бывшие республики к выходу из Союза, как они прожили эти 30 лет и чего хотят сегодня. Сегодня мы узнаем, как Эстония стала самой демократичной страной бывшего Советского Союза и заменила сельское хозяйство на IT. А вы пока ставьте лайки и пишите комментарии, чтобы мой большой проект увидел как можно больше людей и он не пропал даром. Древнерусские летописи называют народ, живший на территории современной Эстонии, чудью. Новгородские и киевские князья то дружили с чудью, то воевали. Например, в 1030 году Ярослав Мудрый захватил город Юрьев. Сейчас он называется Тарту. В 13 веке нынешняя Эстония оказалась под властью тевтонцев. Именно с тевтонцами сражалось войско Александра Невского на Чудском озере в знаменитом ледовом побоище. Хотя сейчас некоторые историки сомневаются, что это побоище вообще было. В состав России Эстония вошла по итогам Северной войны, которую в 18 веке вел Петр I. После революции 1917 года началась война Эстонии за независимость. Против Красной армии сражались как собственно эстонские части, так и белогвардейцы под командованием генерала Юденича, которые расположились на территории республики. Сначала успех сопутствовал красным, но Эстония смогла отстоять свою свободу. В 1920 году Советская Россия заключила с Эстонией мирный договор. Впервые в своей истории Эстония стала независимым государством, но пробыла им меньше 20 лет. 23 августа 1939 года был подписан договор о ненападении между СССР и гитлеровской Германией. В нашей стране его чаще всего называют пактом Молотова-Риббентропа. К пакту прилагался также секретный протокол, в нем Сталин и Гитлер договорились о разделе Европы. К сфере интересов СССР была отнесена в том числе и Прибалтика, до которой руки советской власти дошли в 1939 году. Россияне, которые привиты спутником или переболели ковидом, при въезде в Эстонию освобождены от тестирования и самоизоляции. Наши сертификаты о вакцинации подойдут для посещения ресторанов и музеев. Об этом недавно написали ребята из Aviasales в своем Telegram. Еще они оперативно разбирают travel-новости и рассказывают об открытии границ с разными странами. Подписывайтесь на телеграм-канал Aviasales по ссылочке в описании к этому ролику. В сентябре того года эстонское правительство было вынуждено подписать с СССР пакт о взаимопомощи. Этот договор предусматривал создание на территории Эстонии советских военных баз и ввод 25-тысячной армии. Предлогом была угроза нацистского вторжения.
Никакой угрозы на самом деле не было, ведь секретный протокол отводил Прибалтику Советскому Союзу. Но эстонцы не знали об этом и вынужденно согласились. Конечно же, это был лишь первый шаг. В июне 1940-го СССР обвинил Эстонию в невыполнении этого пакта о взаимопомощи. Советское правительство объявило эстонскому ультиматум, потребовав согласиться на ввод дополнительных частей Красной Армии. Выбора у эстонцев не было. Вскоре после этого эстонское правительство было отправлено в отставку. Президента Эстонии Константина Пяца арестовали и отправили в психиатрическую больницу, где он позже умер. Пришедшее ему на смену прокоммунистическое правительство объявило о проведении выборов в парламент. Выборы прошли уже в июле 1940-го. Они были нечестными и несвободными. Оппозиционные кандидаты не допускались под выдуманными предлогами. Участникам голосования проставляли специальную отметку в паспорт, а бюллетень в урну опускал не избиратель, а член комиссии. Разумеется, убедительную победу на этих псевдовыборах одержали коммунисты. Свежеизбранный парламент на первом же заседании в присутствии советских солдат проголосовал за установление советской власти и вхождение в состав СССР. Так Эстония оказалась республикой Советского Союза. История с вхождением в Союз Советских Социалистических Республик Эстонии, Латвии и Литвы, она в корне отличается от того, что было там, условно говоря, с Украиной, Белоруссией, закавказскими и среднеазиатскими республиками. То есть, если все эти советские республики, в общем-то, были в СССР практически с самого начала, то Литва, Латвия, Эстония, вплоть до 1939 года, это были совершенно самостоятельные государства со своими президентами, премьер-министрами, с экономикой и идеологией, которые в корне отличались от советской. То есть, ближайшая аналогия тут — это Финляндия. Вот. Но у финнов хватило там сил, решительности и территории для того, чтобы дать в рыло сталинским захватчикам. Вот. И хотя часть территории они все-таки потеряли, но независимость государственную они сохранили. Оккупацию балтийских стран, в общем-то, мировое сообщество по большей части вообще не признало. То есть даже уже там через много лет после войны, в 70-е и в 80-е годы, та же Америка, Британия и всякие такие прочие ребята, они считали Литву, Латвию, Эстонию оккупированными, временно оккупированными территориями. Сейчас о временах советской власти в Эстонии напоминает музей оккупации. Ясно, что Эстония добровольно в Советский Союз не поступила, это однозначно. Я сама историк, я и доктор исторических наук, но я все это оставила бы и в истории, пошла бы сейчас дальше, посмотрела в будущее. Обязательно это не вина тех людей, которые здесь живут и которые здесь жили. В Нарве в 1944 году потеряли всех своих жителей, люди уехали от войны, от военных действий в начале 1944 года, и сюда приехали совсем новые люди. И Нарва — это наш эстонский город, и никак нельзя говорить об оккупации так, чтобы это оскорбило бы местных людей. И совсем неправильно этих людей называть оккупантами. Разумеется, Эстония была оккупирована, но в этом не виноваты наши русские. В Эстонии, как и в некоторых бывших советских республиках, есть музей оккупации. Такое модное здание с очень качественной экспозицией. С точки зрения эстонцев, они находились под советской оккупацией дважды. Собственно, когда в результате пакта Молотова-Риббентропа Советский Союз и Германия поделили Европу, и Прибалтика отошла к Советскому Союзу, так называемая первая советская оккупация. Потом, соответственно, сюда уже приходят фашисты. И потом, с 1944 года, начинается уже вторая советская оккупация. Что интересно, в России вот от этого музея и вообще от понятия оккупация всех дико бомбит. Что как это так, мы освободили вас от фашистов, а вы называете нас оккупантами. Они действительно, то есть когда ты читаешь любую историю, начиная от школьных учебников истории в Эстонии, заканчивали там музейными экспонатами, стендами, чем угодно, у тебя везде оккупация, 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 и в советское время они называют оккупацией. Это и на государственном, и на личном уровне, когда ты с людьми говоришь, там за очень редким исключением. Но если посмотреть этот музей,
То есть ты ожидаешь здесь увидеть что-то такое прям вот страшное, антироссийское, русофобское, да, что-то такое ужасное. А на самом деле этот музей можно смело открывать в любом российском городе, просто назвав его по-другому. Например, музей коммунизма того же, да. И смысл не поменяется, потому что практически все экспонаты, все истории, которые здесь рассказаны, они все применимы и к нам. Это сталинские репрессии, это беспредел там силовиков, это бесправие, это цензура, это нам насильное переселение народов и так далее, и так далее. То есть все, с чем столкнулись эстонцы, сталкивались и многие люди внутри нашей страны. И подобный музей можно смело у нас открывать, просто назвать его по-другому, чтобы от слова «оккупация» ни у кого не бомбило. На самом деле очень хороший, качественный музей. Исторически в России таких не хватает, где бы рассказывалось то, что на самом деле происходило. Вы должны понимать, что основная идея этого музея — рассказать истории людей. Поэтому нам не так важны факты, даты или что происходило в стране, под чьей оккупацией была Эстония и как это происходило. Нам скорее важно, как все это повлияло на жизни отдельных людей. А есть какая-то разница между нацистской и советской оккупацией? Мы здесь не для того, чтобы обсуждать различия. Здесь мы говорим о преступлениях против человечества. Мы смотрим не на политику как таковую, а на то, как автократия разрушает людям жизнь. Всем людям. Уже не важно, на какой вы стороне. Потому что у вас нет никакой власти в обоих случаях. Вы просто игрушка в руках правительства. Вы бессильны. Люди страдают в обоих этих режимах. И мы хотим рассказать об этих страданиях. Мы не строим из себя жертву. Мы не ищем виноватых. Вместо этого мы хотим понять, как эта бесчеловечность отражается на простых людях. В 1940-м все эстонцы были настроены против СССР? Сложно сказать. Но кто-то вообще высказывался за СССР в 1940 году? Это вопрос политики. И политика коммунистов в каком-то смысле была популярна. Это обсуждали за ужином, потому что людей волновала проблема неравенства. Неравенство, которое существует в любой стране. Нельзя сказать, что для Эстонии 90-е годы были особо прекрасным временем. На самом деле это были очень сложные годы. Люди жили в бедности, они потеряли все свои сбережения. У моей бабушки до сих пор хранится коробка с рублями. Где-то в шкафу. И ничего уже с ними не сделаешь. Это сбережение всей ее сознательной жизни. Но в любом случае, лучше, когда вы сами хозяева вашей страны. Хоть Эстония и была много раз оккупирована, нам в очередной раз удалось выстоять, и мы снова процветаем. После присоединения к СССР по всем прибалтийским республикам прокатилась волна репрессий. Эстония не стала исключением. Около 33 тысяч эстонцев, казавшихся новой власти неблагонадежными, были насильно переселены в Сибирь и Казахстан. И здесь вот перед музеем такая довольно сильная скульптурная композиция «21 чемодан». Она напоминает о людях, которые были вынуждены под давлением внешних сил покинуть родную землю. То есть это люди, которых переселяла советская власть во время первой оккупации, то есть до Великой Отечественной войны, когда отсюда в Сибирь насильно выселяли людей. Это люди, которых уже переселяли фашисты, когда фашисты пришли на эту землю. Это люди, которые были вынуждены уехать уже, опять же, когда так называемая вот вторая советская оккупация, когда советская власть сюда вернулась. Большим камнем преткновения в русско-эстонских отношениях всегда была тема Второй мировой войны. Как вы, наверное, знаете, в Эстонии был свой легион СС. Да и после окончания войны многие эстонцы не бросили сражаться с советской армией. Они уходили в леса, за что в СССР их обычно называли «лесными братьями». В первые послевоенные месяцы в Эстонии в отрядах лесных братьев насчитывалось около 15 тысяч человек. Они совершали рейды, нападая на военные части и отделы милиции. Справиться с лесными братьями удалось лишь к середине 50-х. А последний эстонский партизан, как считается, погиб во время перестрелки аж в 1978 году.
Делаете ли вы разницу между оккупацией немецкой там, до 44-го года и последующей советской? Или для вас это одно и то же? Язык другой. Все остальное то же самое. Ну, дело в том, что советская оккупация была долгая, длинная. Немецкая оккупация была с 41 по 44 год, это 3 года. Так немцы за 3 года не успели сделать то, что Сталин успел за... Но Сталин ушел в 53-м, то есть за все вот эти 10 лет, то есть если 3 года там. То есть не успел арестовать столько... Он успел арестовать и убить гораздо больше людей. То есть немцы только начали. Но они не сумели убить столько людей и уничтожить столько, сколько успел Сталин. Угу. Сталин успел больше. Я понимаю, что в истории там не существует там сослагательного наклонения, да, но вы считаете, если бы советский солдат бы сюда не пришел тогда, в 44-м, Эстонии было бы лучше? Если бы пришел не советский, а американский, был бы лучше. После обретения независимости Эстония стала считать лесных братьев национальными героями. В прошедшем августе в деревне Хюти им открыли памятник. Посольство России в Эстонии назвало это героизацией нацистских пособников. Кто были лесные братья? Среди них было очень много людей, которые просто ушли в лес, чтобы скрыться от репрессий. Они уже знали, что они были в списке, у нас была большая массовая высылка людей, особенно деревенская, так как было в России в 1936-1937 году, раскулачивание. Вы знаете, что такое раскулачивание, да? Да. Вот. Так что если у тебя, скажем, было 3 лошади, ты уже кулак. Вот. И это, они знали, что они были в списке, они ушли в лес, обычно в свой лес, потому что у них свой же был лес. И другие были, которые скрывались по политическим причинам, но так как они выйти не могли, потому что их КГБ или МВД тогда ловило, то они там, конечно, остались на более долгое время. И среди них часть была тех, которые можно назвать партизанами. То есть они действительно боролись против советской власти. Вполне справедливо. Еще большее возмущение в России вызвало решение эстонских властей избавиться от памятника советским солдатам. В 2007 году памятник «Бронзовый солдат» был перенесен из центра Таллина сюда, на военное кладбище. Это, пожалуй, один из самых известных скандалов, связанных с советскими памятниками. Причем не только в Эстонии, не только в Прибалтике, но и вообще на всей территории бывшего Советского Союза. Памятник советским воинам появился на холме Тынисмяги в 1947 году. Монумент установили над братской могилой, где были похоронены 13 бойцов советской армии, погибших во время боев за Таллин в 44-м. После выхода Эстонии из Советского Союза вечный огонь потушили. Таблички с именами похороненных здесь советских бойцов заменили на надпись «Всем павшим во Второй мировой войне». В середине нулевых эстонские националисты постоянно устраивали у памятника провокации. Они обливали его краской и пытались набросить на шею солдата петлю. В итоге полиции пришлось оградить площадь Тынисмяги лентой, чтобы на ней вообще никто не мог собираться. В конце апреля 2007-го власти начали раскопки братской могилы на холме Тынисмяги. Памятник был демонтирован и увезен в неизвестном направлении. В Таллине начались массовые беспорядки. Они продолжались несколько дней. На улицы вышли и сторонники, и противники переноса бронзового солдата. Толпа громила витрины магазинов и переворачивала автомобили. Полиции пришлось применить водометы и слезоточивый газ. Сотни человек были задержаны. Во время одной из драк был убит гражданин России. В итоге бронзовый солдат был установлен на военном кладбище Таллина. Сюда же перенесли прах захороненных в братской могиле советских бойцов. Я понимаю, это была хорошая зацепка, хороший повод для всяких ФСБшников и прочих наших спецслужб, значит, устроить в Эстонии некую провокацию. Зачем им это было нужно, я не знаю. Ну, из каких-то, возможно, геополитических соображений. С этим бронзовым солдатом ситуация ведь накачивалась раньше и раньше, потому что ведь там организовали, это был памятник вообще завоеванию Таллина в 44-м году, потому что эстонцы же надеялись, что согласно Атлантической хартии, государства, которые были переданы, как сказать, в советскую зону Гитлером, что после конца войны, что мы будем свободны, что мы имеем обратно свое государство. Этого не получилось, потому что западные страны, они не смели противостоять Сталину, и в Ялте согласились, что Эстония, Латвия, Литва остается Сталину. И этот памятник там для нас, он символизировал именно это, потерю своего государства. Относительно бронзового солдата, да? Ну, перенесли памятник.
Это насколько была естественная реакция тогда вот общества? Потому что поднялся скандал, такое впечатление, что, я не знаю, там чуть ли не памятник Гитлеру поставили на его месте. Это была какая-то срежиссированная извне вот этот вот конечно, скандал? Конечно, конечно. Это то было... есть это неестественное? Конечно, это было выгодно. И выгодно и России, и выгодно и Эстонии. Это всем было выгодно. И если посмотреть, надо смотреть, кому это выгодно экономически. Россия сразу после этого построила порт Услуга. Понимаешь, они экономически подняли всю сразу Ленинградскую область, по сути дела, правильно? Потому что раньше до бронзового солдата весь транзит шел через Эстонию. Но как это было сделано? Ведь, по сути дела, если бы нормально пришли бы и сказали, ребят, мы хотим перенести памятник. Мы его поставим туда-то, вот это место, там, давайте с почестями, вот ветераны прошлись, там, уважим, там, вообще вопросов нет. Ну как это было сделано? Это было сделано в 4 утра, ну, ночью, обнесли да. собаками, с колючей проволокой, с дубинками, понимаешь, убили парня молодого, Дмитрия Ганина. Ну то есть это не просто было, это убийство было. И по сути дела неизвестно, это мы знаем одно убийство. Я думаю, что там гораздо больше было, да? Газ лезоточивый, но плюс ко всему прочему, когда они устроили этот концлагерь, взяли, у нас есть такие склады, терминалы там для ну, разных товаров, насыпали туда всевозможный крысиный яд, людей с тяжками, и они там лежали по двое, по трое суток. Ну, как вообще, ну, реально фашизм. Я сам эти кадры видел. И сам там был, и сам все это снимал. Поэтому я знаю, о чем говорить. Вопрос, как это перенесли? За моей спиной, друзья, удивительный замок Марья-Мяги. Его построил в 1874 году граф Давыдов Орлов. После того, как Эстония в 1918 году стала независимой, он отсюда благополучно переехал во Францию. При Эстонии, при независимой тогда Эстонии, здесь было летное училище. Когда после Второй мировой войны сюда пришла советская власть, в этом замке сделали коммуналки. Наверное, это были самые роскошные коммуналки в Таллине. И в 70-х годах это здание передали все-таки музею, и людей отсюда выселили. А советским людям это здание хорошо знакомо по нашей советской экранизации Шерлока Холмса. Вот, может, тот даже его узнал. Но нам этот замок интересен по другой причине. Здесь располагается такая уличная экспозиция памятников советским вождям, коммунистическим лидерам, деятелям. Поскольку вы знаете, что некоторые памятники, они были не просто такие тиражированные истуканы, которые можно было просто переплавить или закопать, а это были произведения искусства, хорошие, известные скульпторы делали неплохие работы, и некоторые памятники... их не уничтожили, а свезли сюда в музей. То есть они потеряли свою какую-то идеологическую силу, они не стоят теперь вот на площадях, они стоят здесь, на заднем дворе, в парке при старинном замке. Вот, это же Ленин, который стоял около сегодняшней МИД, это здание Министерства иностранных дел, и его так вот подмышечки аккуратненько погрузили, и он должен где-то быть здесь. Они, кстати, довольно неплохо сделаны, то есть памятники, которые здесь стоят, они расставлены так с уважением. Около каждого есть табличка, где описана история, где стоял этот памятник изначально, скульптор, описание, подсветка, то есть прямо, ну, тут такое еще благоустройство. Памятники стоят здесь с таким уважением. В Москве, кстати, если кто не знает, а некоторые, возможно, не знают, в Москве тоже есть свой музей скульптуры советской, и не только под открытым небом, это парк Музеон. Так вот, в Музеоне стоит Дзержинский, которого в 91 году свалили с Лубянки, повалили, и оказывается, не все москвичи знают, что он спокойно стоит себе в парке Музеон, так что можно прийти посмотреть Дзержинский на месте. Так, вот эта голова потрясающая, вот, голова роскошная. Это голова Ленина стояла в фойе вот, Дома культуры, теперь стоит здесь. Ленин задумчивый, Сталин стоял в Таллине, теперь стоит здесь. До сих пор стоит в Таллине. Вот такая вот история, друзья. И то, что касается наших многочисленных Лениных, в России почему-то памятники Ленина до сих пор украшают главные площади, хотя, мне кажется, время Ленина прошло, и абсолютно большинство всех этих типовых истуканов можно спокойно переплавить, от этого никто не потеряет, то есть некоторые памятники, даже памятники Ленину, симпатичные, которые было бы жалко уничтожать, поэтому памятники Ленина нужно перенести в музей. Можно, кстати, под Ульяновском,
сделать большой музей и свести туда со всей России Лениных, будет целый лес Лениных. Вот. А еще можно где-нибудь эти памятники затопить, и будет новая точка притяжения для дайверов, которые будут на какое-нибудь на дно какое-нибудь озеро опускаться. А как раз вот люди думают, как развивать внутренний туризм. Затопите пару Лениных в озере, и будет у вас внутренний туризм развиваться. А сохраним мы только нескольких Лениных. Потрясающий в Улан-Удэ стоит. Вот эта гигантская голова Ленина, это вообще мой любимый. Его прям можно смело сохранить на главной площади. Еще маленький карликовый Владимир Ильич есть в Нижнем Тагиле. Он тоже потрясающий. Ленин стоит на земном шаре. Одно из самых показательных с точки зрения истории мест в Таллине, в Эстонии, это вот этот мемориальный комплекс в районе Маарьямäge. Изначально здесь был вот этот огромный бетонный монумент. Это советский монумент, построили его в 60-70-е годы. Изначально этот монумент был посвящен борцам за советскую власть. Тут есть даже вот такой обелиск, поставленный в честь ледового похода. Это 1918 год. Вот, а здесь за моей спиной раньше горел вечный огонь. Вот такие вот две руки, которые, когда Эстония стала независимой, вечный огонь потушили. Вот эта вот площадь, а на этой площади раньше принимали в пионеры, здесь проходили военные парады. То есть это было такое вот, одно из таких главных мест идеологических в Таллине, в Эстонии. Вот, вечный огонь они потушили, а эту площадь переименовали в площадь примирения. Но этим все не ограничилось, потому что здесь рядом, кроме вот этого монумента борцам за советскую власть, который осуществлялся из Советского Союза, здесь появилось еще несколько монументов. Ну, во-первых, к захоронениям советских солдат добавилось еще захоронение немецких солдат, которые погибли в 1944 году, когда советские воины, советская армия освобождала Эстонию от фашистов. Эстонцы теперь сделали здесь и военное кладбище в память о немецких солдатах, которые тогда в 1944 году здесь погибли. Также здесь появился огромный мемориальный комплекс, который построен на деньги Евросоюза в память о жертвах коммунистических репрессий. И что, так вот, опять же, самое показательное, что вот этот советский мемориал, где был вечный огонь, где вот эти были трибуны, где раньше вот проходили здесь различные торжественные мероприятия, он заброшен. Им никто не занимается, за ним никто не ухаживает. Его там расписывают какими-то граффити, еще что-то. И сейчас его просто вот обнесли забором, написали, что здесь как бы опасно. И, видимо, ждут, когда он сам рухнет. То есть они, с одной стороны, его никак не сносят, говорят, мы уважительно относимся ко всем памятникам, но как бы никакого вот уважения, по крайней мере, со стороны эстонских властей к этому памятнику здесь абсолютно не видно. Вот. И я не знаю, да, кто за ним там должен ухаживать, но мне кажется, что Россия могла бы как-то взять, выделить денег, ну, как Евросоюз выделяет деньги на монумент в память о жертвах коммунистических репрессий, можно было хотя бы привести в порядок монумент, который имеет отношение к какому-то советскому периоду. Не знаю, была ли такая инициатива со стороны там, нашего посольства, наших там, политических деятелей, или не было, но, по крайней мере, сейчас это выглядит все довольно странно. Здесь вот аллея в честь частей советской армии, которые в 1944 году освобождали Таллин от фашистов. Они, кстати, находятся в такой более-менее таком нормальном состоянии, и кто-то даже недавно принес сюда красные гвоздики. Вот. Это все части подразделений советской армии, которые, собственно, в 1944 году освобождали Таллин. А дальше начинается вот на поле, видно, стоят кресты, по три креста. Это кресты уже в память о немецких солдатах, которые погибли здесь в 1944 году. Немецкое кладбище в этом месте было еще в 1941, когда сюда немцы пришли. И с 1941 года здесь было немецкое кладбище, немецкое военное кладбище. Понятно, когда в 1944 году Советский Союз освобождает от фашистов эти земли, немецкое кладбище было ликвидировано по идеологическим причинам, но после развала Советского Союза немцы дали денег и восстановили свои могилы, поставили здесь кресты. Это случилось в 1998 году. Поэтому, с одной стороны, да, здесь советский мемориал, вечный огонь, плиты, там есть плита вон в память о защитниках Таллина, кто погиб здесь в 41-м, советских солдатах, в память о вот, военных частях, кто освобождал город от фашистов, и рядом прямо с ними уже немецкие кресты стоят. Вы понимаете, насколько сейчас это место, оно сконцентрировано вот, идеологически совершенно разные по смыслу здесь монументы. И вот здесь вот у мемориала как такая вот ниша, в которой высажены яблони. Яблони, это они символизируют дом, а здесь на стене такое вот огромное количество пчел, а пчелы, застывшие вот эти вот пчелы, это эстонцы, которые, собственно, мечтают
домой вернуться. И здесь стихотворение. Здесь стихотворение Юхана Либа. Собственно, о человеке, бегущем с чужбины домой. И тысячи мечутся у дорог, сквозь муки, невзгоды, заботы находят знакомые соты. Пример памятника уроженцу России, установленный в Эстонии уже после распада СССР, это памятник Юрию Лотману в Тарту. Памятник очень необычный, это фонтан, трубы которого сложены в форме автопортрета Лотмана. Юрий Лотман родился в Петрограде в 22-м году. В 50-м он переехал в Тарту и всю жизнь работал здесь в университете. Лотман занимался лингвистикой и литературоведением. Он изучал русскую литературу начала 19 века и прежде всего Пушкина. Лотман написал очень подробную биографию Пушкина, а его комментарии к Евгению Онегину и сейчас издаются большими тиражами. Он был основоположником семиотики в СССР. Семиотика – это наука о знаковых системах, которые люди используют в общении между собой. Лотман стал классиком еще при жизни. Его называл своим учителем писатель Умберто Эко. Он был членом Британской, Норвежской и Шведской академии наук. А вот членом Академии наук СССР он не был. Помешали оппозиционные взгляды. Из-за них, кстати, Лотману был запрещен выезд за границу. Формально Эстония не отличалась от всех остальных республик СССР. Здесь были созданы советские органы власти, промышленность была национализирована, а крестьян загнали в колхозы. Однако страны Прибалтики были для вождей коммунистической партии не просто рядовыми республиками. Тут хотели создать нечто вроде витрины социализма, которую не стыдно показать гостям Запада. Поэтому политический режим в Эстонии был мягче, чем в других частях Союза. Жители остальных республик считали, что в Эстонии выше зарплаты, лучше дороги и вообще дым. Дышится легче. Попасть в Эстонию стремились многие советские граждане. В 1972 году в Таллин переехал писатель Сергей Довлатов. В этом доме он прожил 3 года. Довлатов работал журналистом в газете «Советская Эстония». Прочитать многие живописные подробности этой работы вы можете в сборнике рассказов «Компромисс». Ну а главное, в Таллине Довлатов договорился об издании своей книги. В родном Ленинграде он об этом не мог даже мечтать. Таллин же считался не совсем советским городом. Здесь было можно немного больше, чем в других местах Советского Союза. Довлатов договорился с издательством, отнес им рукописи, даже успел получить первую часть гонорара, однако в последний момент книгу издавать все-таки не разрешили. Это окончательно разрушило надежды писателя на литературную карьеру в Советском Союзе. Было очевидно, что если уж даже в Таллине не дают опубликоваться, то нигде не дадут. Довлатов вернулся в Ленинград, чтобы через несколько лет навсегда уехать из СССР в США. К 80-летию писателя в Таллине собирались открыть памятник, однако из-за пандемии сделать этого не удалось. Советские люди тянулись в Эстонию за благополучием и другой почти европейской жизнью. Европейскостью эстонский быт выделяется и сейчас, по крайней мере, на фоне России. Несмотря на то, что этот выпуск, он больше такой исторический, политический, мы рассказываем, как распался Советский Союз, какие процессы происходят сейчас, нельзя обойти стороной и урбанистику, а точнее жилое строительство, потому что то, как люди живут, в каких домах они живут, это во многом формирует их сознание. Как говорил еще Черчилль, сначала мы строим здание, потом здание строит нас. Как мы знаем, все бывшее советское пространство во всех республиках строили примерно одинаковые дома, одни и те же там пятиэтажечки, хрущевские, потом одни и те же там девятиэтажки, вот эти все панельные районы, где бы они ни были, они выглядят примерно одинаковые. Что на Камчатке, что в Узбекистане, что, я не знаю, в Центральной России, в Прибалтике, в Украине, в Белоруссии и так далее, и так далее. Везде абсолютно одинаковые районы, потому что проектировали их в одних и тех же проектных институтах одни и те же люди. Речь даже не только о вот этом советском пространстве, а весь восточный лагерь, там, если взять там Польшу, Чехословакию, тоже все очень и очень похоже. Но после развала Советского Союза уже не было необходимости продолжать лепить все эти районы, и Прибалтика пошла совершенно другим путем. Если у нас начали лепить муравейники, да, если посмотреть на Россию, что мы начали строить? Выше, 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 еще муравейники, парковки вот эти вот бесконечные.
то в Прибалтике, а точнее в Таллине, сейчас появляются очень неплохие такие современные райончики, модные кварталы, малая и средняя этажность, и они сейчас вот всю эту прибрежную зону реконструируют, и здесь появляется такое прямо классное, настоящее европейское жилье. И вот судя по тому, как они строят, судя по этим вот новым домам, подходу к городской среде, подходу к проектированию улиц, видно, что Эстония — это настоящая Европа, что Эстония, она вырвалась из вот этого вот постсоветского пространства и пошла правильным путем. Почему этим путем не можем пойти мы, почему нельзя такое жилье строить в России, абсолютно непонятно. Вот, вот у ребят получилось, несмотря на то, что они жили все в тех же панельках, в тех же пятиэтажках, девятиэтажках, тем не менее, сейчас они делают классное современное жилье. Вот здесь, если смотреть на новые районы Таллина, то выглядит это прямо как где-нибудь там в Финляндии или в Швеции. То есть просто вот, настоящий скандинавский подход к архитектуре. Ну и это же касается проектирования улиц. Да? Обратите внимание, как сделан пешеходный переход. Есть подсветка, сделан островок безопасности. Перед этим есть сужение дороги. В общем, то, как и должно быть. Почему так нельзя делать у нас, почему так не делают в России, абсолютно непонятно. А вырвались вроде все от одних советских ГОСТов, но Эстония от них быстро отошла и начала делать безопасно, как делают в Европе, а у нас продолжают вот это вот тиражировать ошибки советских проектировщиков. Ну и вот прямо как в Финляндии, здесь во дворе такая небольшая площадка с беседкой, там вот висит гамак, и самое главное, есть такой уличный гриль. В Финляндии такие грили стоят практически в каждом дворе, и люди ими пользуются, они выходят все вместе, жарят там какие-нибудь сосиски, мясо, и это такая очень важная часть финской культуры. В России, когда ты говоришь, что во дворе можно делать грили, можно делать какие-то уличные грили, оборудовать места, сразу поднимается такое народное возмущение, потому что у нас люди не могут себе вообще представить, что такое возможно, и всегда это ассоциируется это с шашлыком, значит, здесь будут собираться какие-то компании, здесь будет ужас, кошмар, грязь. Поэтому ни в коем случае мы это сделать не позволим. Ну вот у эстонцев как-то получается такая вот довольно аккуратная площадочка, она за забором закрыта. Доступ туда имеют, видимо, только жильцы вот этого дома, и можно выйти и собраться здесь. Потрясающее место. А вот этот домик — это контейнерная площадка. Там стоят баки для раздельного сбора мусора. Домик он сделан в таком же стиле, как и фасад дома. Смотрится очень органично. И все закрыто на ключ. Потому что доступ к этой площадке только у жильцов дома, так как вывоз мусора платный. И чтобы абы кто туда чужой мусор не выбрасывал, они закрывают. Еще в Таллине есть целые районы с деревянными домами. Видите, какие-то старые двухэтажные домики, и если посмотреть по отдельности на каждый из них, то они ничего такого ценного с точки зрения архитектуры себе не представляют. Такие банальные домики без какого-либо там богатого декора, уж точно никто не включит их как памятник архитектуры. Но здесь вот ценность представляет сама среда. Из-за того, что, вот видите, вся улица состоит из этих деревянных домов, здесь довольно приятно гулять, находиться, заглядывать в какие-то дворики. И в России подобные районы, наверное, уже не встретишь, потому что один за другим эти дома сносили, на их месте построили какие-то многоэтажки, торговые центры. А здесь, в Эстонии, они их сохраняют, ремонтируют. И сейчас это такое довольно качественное жилье со всеми удобствами, с новыми коммуникациями. И никто эти дома сносить здесь не собирается. Здесь, конечно, видно, да, что у них современные ворота, но сделаны они как такой классический деревянный забор. Самое удивительное, что здесь есть, они здесь сохранили все двери. Они не вставили металлические двери. Это похоже на какое-то чудо, на все дома. Везде оригинальные, красивые деревянные резные двери. Как сохранить такой двухэтажный дом вообще? Что эстонцы делают с этим? Ну, во-первых, как видишь, пластиком особо не заставляют тут. Да. Вот. Двери не меняют, везде резные двери. Меняют, но их реставрируют. Да. Ну, такие же не ставят. Здесь есть еще, я не знаю, какие дома. В общем, у нас есть такое образование, как Муинсускайца. На эстонском это, видимо, что-то типа охрана памятников старины или что-то такое.
И, допустим, многие дома в старом городе, и здесь тоже они под охраной. Mm-hmm. Соответственно, для того, чтобы что-то поменять, это просто так не сделать. Нужно получить разрешение, нужно mm-hmm. согласовать все и так далее. Ну да, то есть никто ни кондиционер не поставил. Да-да, то есть, допустим, у меня возле моря в этом новом районе у нас бар там. Mm-hmm. И там такая интересная ситуация, что это район Ноблеснер, и там в том здании, где наше заведение находится, там раньше подводные лодки делали. Mm-hmm. И так получается, что у нас фасад здания и одна внутренняя лестница под защитой, mm-hmm. остальное нет. То есть мы на фасад вообще ничего не можем сделать, но внутри помещения можем сделать что угодно вообще. Mm-hmm. Mm-hmm. Люди скидываются и делают себе домик красивый. Mm-hmm. Это считается такое хорошее жилье в этом районе? Я думаю, что... Этот район вообще один из самых дорогих в Таллине сейчас. То есть, несмотря на то, что такие вот деревяшки, которые у нас в России все позажигали... Перестань. Я думаю, в таком доме, как этот, двушка стоит 1200, наверное. Да ты что? Да-да. То есть, по местным меркам, это хороший район. Там нормальные все коммуникации, все реновировали и привели в порядок. Ну, сейчас уже, да. Но я думаю, что если вы погуляете, вы найдете еще дома, где с фасадами так себе. Но в целом все очень классно. Здесь вот около Морского музея в Таллине находится потрясающая детская площадка. Да? Как мы привыкли увидеть детские площадки, это какие-то типовые сооружения, горки. Ну, они могут различаться качеством, там, цветами. А здесь площадка сделана, во-первых, есть такой настоящий корабль, на котором дети могут играть. Но самое главное, они для украшения этого пространства использовали настоящие такие гигантские буи. Они разного цвета, прям такой небольшой лес. Между ними тоже расположены различные там снаряды, канаты, брусья, какие-то поленья, по которым можно лазить. И выглядит это очень круто, потому что подчеркивается вот идентичность этого места, что это не просто какое-то абстрактное место с детской площадкой, а это именно вот порт, тут корабли, тут море, и дети могут, с одной стороны, идти в музей и смотреть на экспонаты, с другой стороны, уже выйдя из музея, все это потрогать, самое главное, поиграть на этой потрясающей площадке. Такое, к сожалению, редко бывает, но здесь они молодцы сделали. Вот, кстати, есть главный снаряд на этой детской площадке. Это такая лодка, с которой есть горки, и можно внутри самой лодки тоже играть. Сверху она вся новая, да, здесь сделали горку, ступени, чтобы было комфортно и безопасно, но за основу взята настоящая старая лодка. И здесь вот внизу видно старые доски, вот там что-то заржавело, старые гвозди. В общем, очень здорово. И здесь же копия первой подводной лодки, не абы какой, а подводной лодки, построенной в Эстонии. Значит, в 1854 году, это известная всем история, в Таллине построили и испытали 5-метровую деревянную подводную лодку. Вот она. Строительство лодки длилось лишь пару месяцев. Во время ходовых испытаний выяснилось, что под водой она довольно плохо управляется, а корпус недостаточно герметичен. Лодку разобрали в порту, но Герн продолжил проектирование и строительство подводных лодок в Петербурге. Всего он построил 4 разных по конструкции подводных аппарата. Эстония, как и вся Прибалтика в целом, была в Советском Союзе кузницей творческой и актерской интеллигенции. Литва отвечала за актеров – Банионис, Будрайтис, Адамайтис. Латвия за композитор, ну а Эстония внесла вклад в советскую поп-культуру. Настоящее нашествие эстонских исполнителей на советской эстраде началось в конце 70-х. Яак Йола, Тыни Смяги, Анни Вески. Эти имена знал без преувеличения весь Союз. У поп-музыки 80-е годы был отчетливый эстонский акцент. У меня есть ощущение, что поскольку мы видели финскую телевидение, и финский язык очень похож, но корни ведь одни, да? Тогда финский язык уже с детства все говорят и финский язык. Мы смотрели финское телевидение, но в 60-е годы мы видели там концерты, которые, не, ну, скажем, в Риге, может быть, не смогли смотреть, да? Или в Литве, или в Молдавии, или в Казахстане, или я не знаю. И поэтому мы видели всех этих групп, Битлы, например, или Роллинги, да? Но и не только музыку, фильмы разные, очень известные фильмы, которые мы не смогли смотреть в Советском Союзе,
которую мы смогли смотреть через финское телевидение. И поэтому я думаю, что какое-то время было много всяких разных групп в Эстонии, и никто не мешал нам играть музыку. Яак Йола родился в небольшом городке Вильянди. Он начинал как гитарист в различных эстонских ансамблях, а затем переключился на сольную карьеру. Всесоюзную известность Яаку Йола принесла песня «Лаванда», которую он спел дуэтом с Софией Ротару. Анни Вески появилась на свет в городке Рапла. Пик ее популярности пришелся на первую половину 80-х годов. В свое время она не уступала в известности Алле Пугачеве и Софии Ротару. Вески исполняла знаменитые на весь СССР хиты «Листья желтые над городом кружатся», «Позади крутой поворот». «Ты не Смяги» родом из Сталина, он исполнял песню «Олимпиада 80», одну из главных композиций московских Олимпийских игр. В Эстонии было немного больше свободы, чем в других советских республиках. Певцы здесь могли выглядеть как рокеры, при том, что рок-музыка в СССР была под строгим запретом. «Ты не Смяги» позировал на обложке своей пластинки в джинсах и с электрогитарой в руках, словно западная рок-звезда, а не советский эстрадный певец. Это было в 76-м году. Я пел там свою песню «Слепому музыканту». Моя первая песня, которую я писал. И это победил. Это было не только прибалтийское фестиваль, но это было всесоюзное. Я даже не знаю, но это, эту песню и эту... Значит, фестиваль каким-то образом смотрел Давид Тухманов, и он мне звонил, лично звонил, вот это был в 79-м году он звонил, вот что у нас есть песня такая, «Олимпиада», следующий год, значит, 1980 год будет «Олимпиада», вот и там нужно, чтобы была одна песня вот такая. «Ты не Смяги» — активный участник борьбы Эстонии за независимость. 11 сентября 1988 года здесь, на Певческом поле в Таллине, он выступал на концерте «Песни Эстония». Концерт собрал до 300 тысяч человек, пятую часть всех жителей республики. На том концерте в Таллине впервые прозвучали требования отделения от СССР. Но он был лишь кульминацией процесса, получившего название «Поющая революция». К этому времени уже несколько лет эстонцы пели патриотические песни на митингах. В ход шли народные песни и современные композиции. Года, наверное, с 87-го стали проходить такие регулярные фестивали. Назывались они поначалу «Народные песни», «Хорового пения» и так далее, но все они имели явный такой политизированный, я бы сказал, национально-освободительный характер. От народных песен ребят перешли уже к песням собственного сочинения. То есть в Эстонии всегда была очень мощная, ну, если брать на душу население, то, бесспорно, самая мощная в Советском Союзе рок-сцена. Она была очень мощной, в том числе и потому, что власти, в общем-то, смотрели на нее не так свирепо, как в России или в Украине, или в некоторых других местах. То есть тут невозможно было предположить, чтобы музыкантов арестовывали, скажем, или запрещали фестивали, или разгоняли концерты, чтобы кого-то сажали, как у нас, скажем, Лешу Романова или Агузарову в свое время. Вот. Тут выходили даже у рок-групп пластинки, проходил в городе Тарту ежегодный дико популярный рок-фестиваль. После распада Советского Союза жизнь у эстонских звезд советской эстрады сложилась по-разному. На родине к ним первое время относились настороженно и называли кремлевскими соловьями. Яак Йола ушел со сцены и до своей смерти в 2014 году преподавал гитару и вокал. «Ты не Смяги» продолжил выступать, но теперь он поет в основном на родном языке, а в России с тех пор давал концерты лишь 4 раза. Анне Вески тоже полна энергии и активно выступает, в том числе и в России. Я не чувствовал какой-то особенный, какой-то такой, что вот ты мол, там был, пел там на русском языке или там, я не чувствовал. И откровенно говоря, это и другие ансамбли, и музыканты, которые были, это, я думаю, что это чересчур. Просто это такого, в принципе, этого такого не было. У бразильцев есть знаменитый карнавал, у немцев – Октоберфест, а у эстонцев есть свой великий праздник. Это праздник песни, эстонский праздник песни. Впервые он был проведен в 1869 году, собственно, вот этот памятный знак был установлен в честь столетия вот, основания этого праздника.
Проводится он каждые 5 лет. И это, наверное, такое главное здесь национальное событие. За все время лишь однажды он не проводился, в 1943 году, во время Второй мировой войны. Все остальные годы, каждые 5 лет, обязательно он собирает десятки тысяч человек. Вся страна за этим следит, наблюдает, любит. И, кстати, этот праздник включен в список ЮНЕСКО как нематериальное наследие. Кстати, еще интересный момент. Праздник изначально-то появился в городе Тарту, а теперь он проводится в Таллине. Для этого есть целый, вот как в Рио-де-Жанейро есть самбодрон, где они там все ходят, трибуны и все остальное. А здесь вот певческое поле. Тоже огромная трибуна. Сейчас такой зеленый газончик. Вот, но вот народ прямо собирается здесь и слушают, поют песни. В общем, потрясающее зрелище. Последний праздник песни в Эстонии был в 2019, значит, через 5 лет, в 2024 году. Отмечайте себе в календаре и приезжайте в Таллин. Может быть, экспортировано из Германии. Вот такие певческие праздники. Я думаю, что это было из Германии, не даже не думаешь, но я знаю. А странно то, что 40-е годы, когда война закончилась, тогда 50-е годы эти певческие праздники начинали опять быть популярны. И, естественно, пели там про Сталина, про партию и прочее. И каким-то образом вдруг начинали петь вот эти песни, которые делали, скажем, начало, конца 19 века, начало 20 века. И они попали в людях. И это «Мой заман, минуарм, родина, моя любовь» такая. Это как второй гимн у нас. Это всегда люди, когда это начинали петь, всегда все стали без песенской боли. В смысле, люди, которые там были, иногда по 100 тысяч человек тоже, да? И начинали это петь, и чиновники, они не смогли ничего делать. СССР и западные страны постоянно вели между собой пропагандистские войны. Для этого использовали теле- и радиовещание на территории противника. Самый известный пример – радио «Голос Америки», которое продвигало в Советском Союзе западные ценности. А вот в Эстонии нужды в специальном радио не было, ведь здесь почти все смотрели финское телевидение. Финны поставили телевышку на самой границе с Советским Союзом. И потому сигнал спокойно добивал до Таллина, от которого до Хельсинки меньше 100 километров по прямой. В итоге эстонцы смотрели американские сериалы, погружались в основы финской демократии и учили финский язык. К перестройке зрители финского ТВ подошли уже подготовленными. У нас была огромная привилегия, если сравнивать с другими всеми. Мы ведь тут в северной части Эстонии видели финское телевидение в 40 лет. В 81 году делали секретные исследования по новостям. И финские новости в таллинском регионе смотрели 35%, а эстонские 21%. А Москвы вообще почти никто. Так что мы жили уже очень многие годы в другом государстве. Для нас мы получили огромное преимущество со всеми другими в том, что принципы демократии, это уже совсем были ясны нам. Наши женщины все видели все сериалы, рекламы, Dallas Dynasty. Они ведь все смотрели, там жили. И мы, огромное количество населения понимало и многие говорили по-фински. А это финны специально, они как-то нет. Ты на вас транслировали? Ну вот это очень сложный вопрос. Нет. Это 80 километров. 80 километров до Хельсинки, да? Да, до Хельсинки. Там башня в центре Хельсинки. И я так думаю, что мы получили преимущество перед всем Советским Союзом и даже с Латвией, Литвой 2-3 года как минимум. Угу. А очень многие люди были уже готовы к демократическим процессам, выборам. Они уже понимали, что такое там. Они видели 20 лет, что творится в Финляндии. Парламент, голосование. Все было ясно уже. Друзья, давайте немного поиграем. Я задам вам несколько вопросов, а вы пишите свои ответы в комментариях. Внимание! Первый вопрос. Каким мессенджером вы чаще всего пользуетесь? Так, ну, школьные родительские чаты не в счет. Телеграм, Вайбер, WhatsApp или Аська? Ну, надеюсь, все ответили правильно, поэтому следующий вопрос. Какой ваш любимый канал в Телеграме?
Мой канал с мемами, мой кота-канал Варламов Ньюс, это канал с новостями, или мой основной канал. Выбор сложный, но я надеюсь, мы все же выбрали мой основной канал. А остальные тоже любите, просто не так сильно. Они же такие все классные. Ну и вообще в Телеграме много достойных каналов. Их авторы пишут про памятники архитектуры, российские рестораны, политику, кино, путешествия, маркетинг и другие сферы. Скорее всего, каждый из вас читает хотя бы несколько таких каналов по интересам. А значит, вы часто сталкиваетесь с рекламой в Телеграме. И вы тоже можете прорекламировать свой продукт в одном или сразу в нескольких каналах с помощью Telega.in. Это такой маркетплейс рекламы в Телеграме. Telega.in работает уже 6 лет. С помощью маркетплейса рекламу размещают даже такие крупные компании, как Сбер, Нетология и Skyeng. Через Telega.in вы можете разместить рекламу в одном телеграм-канале или выбрать тематические пакеты, например, по инвестициям или маркетингу. Так будет проще охватить нужную аудиторию. У каждого канала можно посмотреть число подписчиков, среднее количество просмотров и показатель вовлеченности. Выбирайте нужные каналы, пополняйте баланс и размещайте рекламу. А если вы пока не готовы разбираться и хотите только попробовать новый инструмент рекламы, обращайтесь к персональному менеджеру. Он вам все настроит и создаст вашу рекламную кампанию. А по моему промокоду Варламов можно запустить рекламную кампанию со скидкой 3%. Все подробности по ссылочке в описании. Протесты, которые привели к выходу Эстонии из Советского Союза, начались даже не из-за политики, а из-за экологии. Во второй половине 80-х советское правительство решило начать добычу фосфоритов на севере страны в уезде Ляйна-Вирума. 25 февраля 1987 года планы были озвучены по телевидению, что вызвало массовое негодование эстонцев. Основной накал протестов пришелся на весну. 1 мая на традиционную для Советского Союза праздничную демонстрацию студенты университета города Тарту вышли с плакатами против добычи фосфоритов. Для тех времен это, конечно, была неслыханная дерзость. Под давлением общественного мнения правительство было вынуждено отменить свои планы. А для эстонцев эти события стали демонстрацией собственной силы. Протесты, начавшиеся из-за вопросов экологии, привели в итоге к обретению независимости. То, что антисоветские протесты начались именно в Тарту, вполне логично. Этот город с давних времен был студенческим центром Эстонии, а молодежь обычно самая протестная часть населения. Сейчас Тарту тоже остается большим учебным центром, и сам город во многом строится вокруг Тартского университета. Туда, кстати, едут многие студенты из других стран бывшего Советского Союза, в том числе и России. Так что население города во многом остается русскоязычным. А теперь, друзья, самое время посмотреть на реновацию советских пятиэтажек, что с ними можно сделать. Скажите, а почему дом такой красивый, а этот нет? Денег не хватает у жильцов. Сколько жильцов деньги берут за такую красоту? В каком смысле? Ну, вы говорите, денег у жильцов не хватает. Ну, надо же накопить их, чтобы сделать капитальный ремонт. А это жители сами копят и потом на них делают? Да. Или берут в кредит. А если кто-то не хочет? Вот весь подъезд хочет, а один не хочет? Ну, один в поле не воин. То есть его заставляют? Ну, в принципе, да. Как сильно квартплата потом увеличивается после... То, что кредит Да. Плата, это много, да. Ну, на сколько это? Ну, сколько в месяц вы платите по этому кредиту? Я плачу 70. 70 евро да. Сверху. А экономия за счет коммуналки же есть? То есть он же более энергоэффективный становится после ремонта? А коммуналка, наоборот, уменьшается. Она на сколько уменьшается? Прилично. Ну, это одно другое компенсирует или нет? Почти в два раза. Вот сколько за коммуналку платите? Где-то 30-40. 30-40 евро. А было 80? Да. Ну, то есть на 40 стали меньше платить коммуналку, и еще 70 прибавился кредит. Да. То есть в итоге на 30 евро все равно больше. Да. За моей спиной, друзья, находится обычная советская пятиэтажечка, которая выглядит модно, современно, прямо только что здесь сделали ремонт. Что интересно, рядом стоит точно такой же дом, только до ремонта, и вот хорошо видна разница. В Эстонии тоже есть реновация, но это не такая реновация, как у нас, когда Собянин сносит все пятиэтажки, на их месте вырастают муравейнички. Здесь реновация гораздо сложнее. Сколько денег нужно, чтобы реновировать эту пятиэтажечку?
Все зависит от того, что люди хотят делать, но обычно это где-то там 200-300 тысяч евро. Деньги довольно существенные. Где их взять? Деньги берут в кредит. Товарищество жильцов. Они берут кредит в банке там, на 20-25 лет. Плюс можно еще там, есть различные программы, можно получить компенсацию там, частично от государства. Ну, это где-то порядка там, 20-30-40%. Вот. Потом они много лет выплачивают. Кроме того, после такой вот реновации, реконструкции возрастает еще и цена на недвижимость. Например, если кто-то сдает квартиру свою в аренду, он может поднять цену. Ну, и если потом квартиру продавать, тоже цена будет привлекательнее, чем в таком доме. Как происходит реновация? Они меняют коммуникации, они утепляют фасады, а иногда даже, например, устанавливают там на крышу там солнечные батареи или какие-то другие системы, которые позволяют, опять же, экономить энергию и как-то ее получать, чтобы у людей коммуналочка была поменьше. К сожалению, программа реновации, она заканчивается на доме, а все, что касается вот, подъезда, двора, остается таком, на старом раздолбанном советском уровне. Если посмотреть весь двор, это прямо вот Россия-Россия такая. При этом не самый богатый город, не самый богатый регион. В Тарту в одном из зданий в подвале находится музей КГБ. Стоять! Лицом к стене! Есть ценности? Отдавайте сюда! Они так стилизовали все это под камеры, где находятся какие-то экспонаты, но когда речь идет про современные какие-то музеи, понятно, что сегодня музеи должны выглядеть по-другому. Вот музей оккупации, он потрясающий, там все интерактивно, все хорошо, все красиво. Вот, а здесь такое все немножко устаревшее. На маленькой площади собрано огромное количество каких-то экспонатов. И так довольно скучно все это читать, смотреть. Здесь просто ну, текст, фотографии. В начале октября 1988 года был создан Народный фронт Эстонии. Изначально он назывался «Народный фронт в поддержку перестройки», но по мере нарастания борьбы за независимость про перестройку позабыли. Формально Народный фронт был не партией, а общественным движением. Уже в первые месяцы в него вступило 60 тысяч человек, то есть 4% населения страны. На первом этапе Народный фронт выступал за демократизацию общества и замену консервативного руководства Советской Эстонии на более прогрессивных политиков. Однако очень быстро умеренные лозунги сменились радикальными. Эстония должна выйти из состава СССР. Народный фронт вообще возник потому, что уже к 88 году очень уже разные движения возникли. Была так называемая фосфоритная война против фосфоритных разработок. Потом было уже движение по восстановлению памяти, вроде мемориала. И еще несколько другие, и вот уже к весне 88 года уже было такое чувство, что настало теперь время уже соединиться. Это просто у людей возникло такое чувство. И у нас была такая прямая телевизионная программа, называлась «Подумаем еще». Это была прямая программа, которая обсуждала как раз вот вопросы дня. И вот на этой программе выступал Сависар, который потом был лидер Народного фронта, и прямо там в эфир сказал, что вообще-то настало время, давайте соединяться и организуем Народный фронт. Эстония была первой советской республикой, объявившей о суверенитете, то есть о превосходстве республиканских законов над советскими. Это произошло еще 16 ноября 1988 года. С этого события начался так называемый парад суверенитетов. Все советские республики одна за другой приняли аналогичные декларации. В августе 1989 года Эстония участвовала в акции «Балтийский путь». Жители трех республик – Эстонии, Литвы и Латвии – встали в живую цепь от Таллина до Вильнюса. «Балтийский путь» был приурочен к 50-летию заключения пакта Молотова-Риббентропа. В акции участвовали около четверти всех жителей республик. Живую цепь занесли в Книгу рекордов Гиннесса. В марте 1990 года на выборах в эстонский Верховный Совет победил Народный фронт. Он получил возможность сформировать правительство. Вскоре после этого были приняты решения о переименовании Эстонской ССР в Эстонскую Республику и о восстановлении действия Конституции Эстонии 1938 года. Был объявлен переходный период до формирования органов власти независимой Эстонии. 20 августа 1991 года Эстония объявила о своей независимости. Спустя три дня была сброшена с постамента статуя Ленина на центральной площади Таллина. А 6 сентября независимость всех трех прибалтийских республик
была признана Государственным советом СССР. У нас тут было ведь очень драматическое событие. Во-первых, вот когда, вы знаете, были в Вильнюсе кровавые события, ведь тогда ведь напор был на все три балтийские страны. Только, ну, как бы войска вошли с юга, с Литвы, там были кровавые события, потом ОМОН ведь стрелял в Риге людей, там один оператор, кинооператор погиб. И мы ожидали прямо с часа на час выстроили баррикады вокруг нашего здания парламента. Очень хорошие были баррикады из гранитных блоков, такие солидные баррикады. Там один блок сейчас стоит как монумент. Вот. И люди приезжали с большими этими грузовиками помочь и так далее. В городе были баррикады и прочее. Но тогда приехал Ельцин. В январе 91 года в Таллин приехал Борис Ельцин. Он тогда был председателем Верховного Совета РСФСР, и до его первой победы на президентских выборах оставалось полгода. Ельцин подписал с эстонским коллегой Арнольдом Рюйтелем договор об основах межгосударственных отношений между РСФСР и Эстонией. В этом документе наши страны впервые признали друг друга независимыми государствами. Кроме того, Ельцин обратился к солдатам советской армии с призывом оставаться в казармах и не вмешиваться в происходящие события. Возможно, именно поэтому в Эстонии, в отличие от Литвы и Латвии, в 91 году не проливалась кровь. Эстония прогласила уже путь к независимости и сменила флаги. Угу. Уже на эстонский флаг, этот советский такой у нас был странный флаг, красный с такими волнами, произведение искусства такое. Вот. И это мы убрали, свои флаги всюду уже были. И вот тогда Интерфронт, это было такое движение, которое было организовано военными заводами. То есть директора военных заводов, своих рабочих агитировали, чтобы они так бы не давали эстонцам ломать Советский Союз. Да? Ну вот. И тогда вот этот Интерфронт наступал на наше здание парламента, чтобы снять эстонские флаги. Даже когда вот у нас была ситуация, где Интерфронт атаковал здание парламента, я тогда была в доме парламента, я была членом парламента, и мы сами воздерживались и воздерживали народ, мы с балкона видели, как там все происходит. Спокойно, спокойно, спокойно. У нас главное было спокойствие, спокойствие и выдержка. Так что не тронули ни одного из тех, которые там атаковали, даже пальцем. У нас вообще за все это время, чем мы вообще-то очень горды, за все это время, за эти два года больших-больших движений, и было и конфронтация, ведь движение, это Интерфронты наши, даже ни одной драки не было. Угу. Ни одного камня никто не ни был. Ни один человек не погиб. Абсолютно, никто, абсолютно. Очень хороший, да, показатель, да, потому что, ну, в отличие от других прибалтийских стран, и Литва и Латвия, да, там, к сожалению, проливалась кровь. Ну, Литва и Латвия, это потому что туда прямо ведь направили войска. Можно ли сказать, что благодаря Ельцину у вас кровь поделилась? Да, мы можем сказать, в январе 91 года благодаря Ельцину, абсолютно, потому что Ельцин прямо прилетел, обратился, подписал, то есть уже его авторитет уже был большой среди российских этих самых офицеров тоже. В Таллине в честь первого президента России установили вот эту мемориальную доску. Что характерно, случился в 2013 году, когда отношения между нашими странами были уже не самыми теплыми. Свой вклад в независимость Эстонии внес не только Борис Ельцин, но и будущий лидер чеченских сепаратистов Джохар Дудаев. Вы знаете, кто у нас был Тарту главой гарнизона? Нет. Нет, не знаете? Так чеченский президент. Дудаев? Дудаев, Дудаев, конечно, у вас был главой, конечно, гарнизона? Дудаев был у нас в Тарту здесь, на том же военном аэродроме, где сейчас Национальный музей стоит. Он был начальником гарнизона. Если вы пройдете сюда, к центру города, там сейчас гостиница Барклай. Ага. Если вы пойдете к гостинице, там около двери гостиницы найдете мемориальную плиту, что здесь, в этом доме, в советское время служил последующий президент государства Ичкерии Дудаев. И Дудаев организовал здесь Тарту свою группу офицеров, которые все были не русскими. Вот. И я с ними встречался тоже, потому что, ну, просто они имели контакты с Народным фронтом, вот, и они там проводили тоже такую
так сказать, работу, чтобы эти офицеры здесь, военные, чтобы они знали, что они в эстонцев стрелять не будут. После провозглашения независимости Эстония взяла курс на скорейшее вступление в Евросоюз и НАТО, что и случилось в 2004 году. Это вызвало сильную неприязнь у России, где к этому времени президентом уже был Владимир Путин, который считал распад СССР крупнейшей геополитической катастрофой 20 века и ревниво относился к желанию бывших советских республик интегрироваться в западные союзы. Прежде всего следует признать, и об этом я уже говорил, что крушение Советского Союза было крупнейшей геополитической катастрофой века. Впрочем, и в 90-е годы отношения России и Эстонии были далеко не безоблачными. Еще в 1993-м российский Верховный Совет потребовал ввести санкции против Эстонии, обвинив ее в нарушении прав русскоязычных. По отношению, например, к русским, да, то есть, да. Если раньше вообще как бы, да вот, и в 90-х, и уже в 2000-х, снос бронзового солдата, проявление национализма. На бытовом уровне всегда, даже еще в советское время, национализм присутствовал, потому что на всех руководящих постах в Эстонии были эстонцы. Даже в советское время, всегда. И даже человек, например, имел лучшее образование, лучшую квалификацию, больше опыта, но его не ставили на руководящую должность, если он другой национальности, если он не знал язык эстонский. А эстонцы здесь всем руководили. И это было и в советское время, и в 90-е это стало более выражено в тех местах, где были хоть какие-то там русскоязычные люди, и все заменили сразу эстонцы. Плюс ко всему прочему, все русскоязычные предприятия сразу пошли на слом. Здесь были огромные предприятия, такие как «Двигатель», такие как «Пунанэрэт». Ну, «Двигатель», например, делал космические аппараты, даже для «Белки», для «Стрелки». Здесь сделали, в Таллине. Вот. «Пунанэрэт» делал приемники классные, там всякие магнитолы на весь Советский Союз. Всех эти предприятия все похерили, по сути дела. А на бытовом, ну как на бытовом? Ну, я могу сказать, у меня много знакомых пар. Муж, жена, муж русский, она эстонка, или наоборот. Даже разводы были. То есть там действительно, как бы многие говорили, один говорил, как мы будем жить в этой Эстонии, там, да, даже кто-то, там, мужик уезжал в Россию, она оставалась здесь. То есть семьи ломались, по сути дела. В это время, по-моему, никто не думал о России. В это время был главный враг был какой-то Советский Союз. Все надеялись в это время, что Россия будет нормальная демократическая страна, потом огромный рынок, экономика и так далее. И в 90-е были очень оптимистичные. Сейчас, наверное, уже нету. А процессы пошли, и вот в 90-е так было. А сейчас иначе. Ну, очень трудно сказать, да, что мы здесь небольшой политика, да. Очень часто местные люди скажут про наших политиков, что окей, мы понимаем, что мы знаем, что вы Россию не любите, но не могли бы вы другой раз просто молчать, да, не испугать российского медведя. Да. Местные люди несколько боятся, да, чтобы сколько здесь действительно каждый день ты видишь Россию, и к России несколько другое отношение, чем, например, у людей в Таллине или Тарту. Западные европейские люди говорят все языки, они работают вместе, по-моему, там никакой разницы нет, какой-то национальности. А если кто-то будет давить тебе империю или свой рассказ, я не знаю, что Советский Союз супер хороший и так далее, тогда все будет у нас моментально, реакция будет негативная. С Россией все происходит довольно кисло. Мне трудно сказать, ухудшаются ли отношения с Россией, но то, что они откровенно плохие, это несомненно. Эстонцы предпочитают Россию игнорировать, а не испытывают к ней какие-то там особо зверские, злобные чувства. То есть они предпочитают как бы делать вид, что вообще, что нет такой проблемы, что нет такого буйного соседа на Востоке, вот. Мы занимаемся своими европейскими делами. Вот, слава богу, Россия к нам пока в натуре не лезет. Вот, ну и будем надеяться, что так оно все останется и в дальнейшем. Но это отношение простых нормальных людей. Политики, конечно, тут бывают самые разные, в том числе и довольно истерически настроенные. Русские и эстонцы очень разные люди, просто по темпераменту, по менталитету, вообще по всем этим
психофизиологическим архетипом. Совершенно разные люди. И если с грузинами, или там я уже не говорю про украинцев, белорусов или даже казахов, в общем-то, у русских людей вполне могут наладиться какие-то теплые душевные доверительные отношения. Эстонцы, которые, как известно, северные, холодные, медленные там и прочее, то есть имеется масса стереотипов, которые не вполне верны, но тем не менее, из песни слов не выкинешь. В общем-то, люди очень-очень другие. Они понимали прекрасно, что это определенный шанс, мало того, они жили этим и боролись за это, потому что у них была очень большая ненависть к русским. Очень большая. Они вообще ненавидели всего русского, что здесь находилось. Но здесь было большое количество военных баз, потому что, ну, такая приграничная республика, сам понимаешь, да? И вот, когда русские уходили, русские такой щедрой души, да, мы вам оставляем все. Тушенку оставляем, склады с оружием оставляем. И они вот даже свою ненависть проявляли в тем, что они не просто там эту тушенку ели или раздали там бедным и так далее, они тракторами давили это все. Нет, нам русского ничего не надо. После 91 года русский язык потерял в Эстонии официальный статус, однако его считают родным около четверти жителей страны. Около 17% детей в основной 9-летней школе учатся на русском языке. Президент Эстонии Керсти Кальюлайт регулярно требует полной ликвидации русского образования. В этом году в своем выступлении в День независимости Эстонии она заявила, что отправлять детей в эстонскую школу – это обязанность родителей. Интересно, что ее внуки при этом ходят в русский детский сад. Количество учебных заведений, где образование идет на русском, постоянно сокращается. В 2019 году разразился скандал вокруг закрытия русской школы в городе Кейла. Судебная тяжба растянулась на 2 года, а в минувшем июне иск был окончательно отклонен. Родители собираются оспорить это решение в Европейском суде по правам человека. Конечно, молодежь говорит по-русски. У нас здесь вообще-то четверть населения русскоязычное, да, в стране, поэтому вполне логично, что люди и в семьях говорят по-русски, и на улицах говорят по-русски. И есть города, которые являются преимущественно русскоязычными. А что касается русских школ, здесь, как и вообще в ситуации со школами, есть тенденция к их закрытию. С эстонскими школами это тоже происходит на самом деле. У нас постоянно идут какие-то уплотнения. У нас есть и государственная политика в области образования, да, которая направлена на то, чтобы увеличивалась доля все-таки эстонского языка. Но пока это, скажем так, спорный политический вопрос. Да. Проблема русской школы существует. Существует она на фоне вообще сокращения населения и на фоне вообще реорганизации системы образования. Если люди говорят, все говорят так. Очень полезно, если бы я знал русский язык. Это смотрят как плюс конкурентная возможность конкуренции в рабочем рынке. Но чтобы учить, особенно свободно учить, на молодое поколение очень так неохотно идет на это. Так что сейчас, например, если я возьму свою родню, там молодые люди, они очень много языков говорят, там свободно везде, сюда, туда. А свободно по-русски говорят некоторые. Русские школы есть? Да-да. Русские школы есть. Эстония сейчас единственная, по-моему, бывшая республика Советского Союза, у кого есть образование гимназии на русском языке. А со временем это будет переход на эстонский, но это я думаю, что это начинается с с детского сада. Все партии говорят, мы должны закрыть, мы должны там к 2023-2024 году все образование должно быть на эстонском языке. И когда начинаются предвыборные кампании, эстонцы начинают долбать, мы уберем русские школы, центристы говорят, мы отстоим русские школы. Понимаете, такая вечная тема, и каждый на своей теме получает свои определенные голоса.
При таком отношении к русскому языку в Эстонии остаются русскоязычные СМИ. Ну, понимаете, как бы есть скорее редакционная политика, да, отдельных изданий. Я знаю, что на нас тоже иногда жалуются, что мы кого-то там не публикуем, но я бы сказала, что это делается не по политическим каким-то причинам, да, и уж тем более речь не идет о цензуре, тем более государственной цензуре. Скорее играют роль какие-то другие факторы, да, ну, то есть, ну, в силу каких-то объективных причин редактору трудно бывает поставить человека, который где-то его публично обхамил или, в принципе, очень плохо относится к изданию, да. Это я не говорю сейчас только о нашем издании, я знаю, что в других СМИ дела обстоят ровно так же. Наверное, есть какой-то круг людей, за которыми наблюдает полиция безопасности, да. Некоторые из них, наверное, могут считать, что они подвергаются какому-то преследованию. Но есть люди, есть человек, как минимум один, которого я знаю, который находится сейчас в месте лишения свободы, да, в связи со своей, скажем так, не очень традиционной идеологической ориентацией. Его обвиняют в том, что он поддерживал связи с враждебным государством. Но трудно сказать, поскольку мы не знакомы с материалами дела, и поскольку решения суда до сих пор нет, очень трудно оценивать на самом деле эту ситуацию. Но, естественно, ничего подобного тому, что происходит в России, с иноагентами у нас нет. После выхода из СССР Эстония приняла новую конституцию. Страна стала парламентской республикой. В эстонском парламенте 101 депутат. Сейчас в нем представлено 5 партий, ни одна из которых не имеет существенного большинства. Для принятия решений им приходится искать компромиссы и вступать в коалиции. Исполнительную власть осуществляет правительство, которое подотчетно парламенту. Премьер-министром с января 2021 года является Кайя Калас. Это первая в истории женщина, возглавляющая эстонское правительство. Интересно, что в ее кабинете 7 из 14 министров – женщины. Президент Эстонии тоже женщина – Керсти Кальюлайт. Впрочем, ее в октябре сменит Алар Карис, недавно избранный на этот пост. Президента в Эстонии тоже выбирает парламент. Вообще, роль президента в этой стране скорее представительская и символическая. Эстония сейчас 100% европейская страна, и благодаря своему низкому уровню коррупции, ну, естественно, Финляндия это вообще на первом месте в Европе, если не в мире, по отсутствию коррупции, но Эстония уже тоже там где-то близко. Никаких претензий к свободе слова у меня нет абсолютно. Что касается да, бизнеса, то, насколько мне известно, с точки зрения ведения бизнеса, Эстония – это вообще одна из самых удобных и либеральных стран в мире. Масса народу, они, значит, свой бизнес переносят или непосредственно, или как минимум виртуально в Эстонию, вот по этой самой программе и бизнес. Во всех мировых рейтингах, оценивающих уровень развития демократии, Эстония находится на уровне западных стран. Например, институт Катон, оценивающий индекс свободы человека, ставит Эстонию на 8-е место в мире впереди Германии, Швеции и Финляндии. Но при таком высоком рейтинге прав человека в Эстонии есть целая группа людей, которые даже не признаются ее гражданами. Да, я не гражданин, кстати. Я родился здесь, мои родители родились здесь. Мои 3 детей здесь родились. Они, кстати, все граждане. И родители мои граждане, и мои дети граждане. А я, вот видите, в семье не без урода. Я, как говорят, инопланетянин. Паспорт Alliance, что означает, как по-английски Alliance, чужой. То есть я чужой в своей стране. И вот удивляюсь, плачу налоги, людям плачу зарплаты, и я чужой. Что это значит? Alliance – это паспорт человека, который, скажем так, вышел из советского времени, да, значит, этот паспорт получило большое количество людей, которые, скажем так, не голосовали на референдуме за Эстонию, когда вот в 90-е годы про то, что мы говорили, а я не голосовал, потому что мне не было 18 лет, мне было как раз 17 с половиной, и я подумал, ну что я пойду, если как бы еще родители проголосовали. Угу. Те, кто проголосовал, они автоматически получили эстонское гражданство и, соответственно, стали гражданами Европейского Союза впоследствии. Те, кто, например, не проголосовал, они могли на протяжении 90-х годов и вот начала 2000-х пойти и сдать экзамены на эстонский язык. Плюс на лояльность они должны были рассказать конституцию, рассказать всю историю этой страны и так далее, и так далее, и так далее. А я этого не сделал. После обретения независимости Эстония ввела жесткие законы о получении гражданства.
гражданами могли стать лишь те, кто имел эстонский паспорт на момент присоединения республики к СССР и их потомки. Для всех остальных процедура получения гражданства зависела от времени проживания на территории Эстонии и от экзаменов на знание языка, истории и конституции страны. Около трети населения Эстонии стали негражданами. Они были лишены многих прав, например, права голосовать на выборах в органы власти. Подавляющее большинство неграждан были русскими, приехавшими в Эстонию за годы советской власти, либо их потомками. Русские сейчас остаются крупнейшим национальным меньшинством в Эстонии. Их в республике около четверти от всех жителей, а на востоке страны до 90%. На 1 января 2021 года в Эстонии негражданами оставались всего 69 тысяч человек. Это около 5% от всех жителей страны. Подавляющее большинство из них люди пожилые, не нашедшие за 30 лет желания или сил пройти натурализацию. Конечно, ущемлены. Я ущемлен просто, ну, на нет. Понимаешь, во-первых, я не могу идти и баллотироваться, и стать депутатом. Так. Не могу? Не могу. Угу. Хотя давно бы стал уже там не знаю кем. Так. Во-вторых, я не имею права иметь огнестрельное оружие. Угу. Это ущемление прав? Ну, если, конечно, ущемление. Если вы хотите получить оружие, то... Мало того, наверное... если я хочу пойти работать полицейским, или стать капитаном судна, или летать на самолете пилотом, я тоже не могу работать, потому что у меня серый паспорт. Так что вы видите, сколько каких у меня куча ограничений. Голосовать на выборах вы можете? Я могу голосовать только, вот я говорил вам про три ступени, да, я могу голосовать на первой ступени только в местное самоуправление. То есть парламент... Парламент я не имею права, не имею права выбирать никого, да. Можете ли вы сейчас получить обычный паспорт, конечно, если захотите? Конечно, эстонский? Да. Да я очень хочу его получить, но я не хочу сдавать нигде экзамены. Ну, видите, я к этому отношусь в этом смысле академически, потому что я занимался исследованием этого вопроса, начиная с 97 года. И тут ведь ситуация какая? Сейчас, если мы возьмем, так сказать, стартовую позицию, то ведь очень большая перемена. У нас сейчас половина русского населения, половина граждан Эстонии, половина. Из оставшейся половины, почти половина граждан России. И еще есть одна часть, где-то сейчас их осталось где-то 70-80 тысяч, которые не взяли ни той, ни другой страны. Потому что им был свободный выбор взять российский паспорт, они не взяли. Им был выбор взять эстонский паспорт в смысле, чтобы пройти через натурализацию. Среди них, которые остались, скажем, как мы исследовали, я делал много исследований на эту тему, одна часть, которая действительно старалась пройти через натурализацию и не сумела пройти через языковой барьер. Но там есть другая половина, которая не хочет. И не хочет потому, что для них серый паспорт выгоден. Потому что они с этим серым паспортом могут свободно езжать, разъезжать по Европейскому Союзу, но тоже свободно по России. И у них там в России бизнес, у них там родственники и так далее. Они нам прямо говорят, что нам удобнее. Вот так что, если мы возьмем эту оставшиеся 70-80 тысяч, из них, скажем, 35-40 тысяч, тех, которые действительно нужно помочь еще получить гражданство, а другая сама решает, как хочет. Я лично отношусь к этому. Я была министром внутренних дел пару лет тому назад и тоже высказала это, да, что самый хороший вариант, на мой взгляд, я от этого не откажусь, несмотря на то, что много было недовольства с этим моим высказанием, что мог бы делать так, чтобы один год было бы время, когда наши неграждане, серопаспортники, имели возможность дать заявление, ходатайствовать гражданство. Это должно быть добровольно, не так, что паспорт идет с почтой один день в твой почтовый ящик. Нет. Это все-таки какие-то критерии. Ты живешь из 91-го года, у тебя нет какой-то криминальной прошлой. Да? Ты даешь Эстонскому республику клятву и так далее, и так далее. Но так мы могли бы этот вопрос решить и оставить это как-нибудь в прошлое. Единственная ошибка крупного характера, которая была упущено в 90-х, это вопрос с русскоязычным меньшинством. А это вот появление неграждан? Я бы даже сказал, что это немножко сложнее. Появление неграждан — это от отсутствия стратегической концептуальной модели. Это такой временного характера выход. Он сам по себе ничего страшного. Любят в России тоже говорить на тему, там, alien паспорт, это все там пришелец, да, типа. Это все, так сказать, вписывается в международные правила игры и рамки. Но дело в том, что все эти модели, которые на этом зиждятся, они все временного характера. Их никогда не используют как основную постоянную модель.
А у нас она превратилась в такую постоянную модель, которая уже это как бы не меняется. В этом главная проблема для меня. А модель в том, что не было идей, не было никакой идеи. Избавившись от советского наследия в языке, культуре и политике, Эстония не стала делать того же самого с советской архитектурой. Ситуация с советским архитектурным наследием здесь в корне отличается от других прибалтийских республик. Эстонцы не стали избавляться от него, а наоборот, взяли под охрану. Еще в 1997 году многие построенные в СССР здания были признаны памятниками архитектуры. Такой статус обязывает собственников выполнять строгие условия обращения с объектом. Расходы, связанные с выполнением этого требования, возмещает государство. Благодаря этому удается сохранить первоначальный вид памятников советского модернизма даже после реставрации. В 80-м году Советский Союз принимал Олимпийские игры. И все знают, что олимпийской столицей была Москва, все ехали в Москву, но Олимпиада была и в Таллине. Все дело в том, что в Москве не было условий для проведения парусной регаты. Поэтому парусную регату было решено провести здесь, в Эстонии, в Таллине. И в честь Олимпиады здесь было построено много объектов. Здесь построили телебашню, новую гостиницу, реконструировали аэропорт. И в том числе построили вот этот вот гигантский дворец культуры и спорта имени Ленина, который теперь называется Горхолл. Вот. А сейчас он находится в таком заброшенном состоянии. И с 2009 года здесь уже ничего не проходит. До этого здесь был концертный зал, еще проходили какие-то мероприятия. Все, сейчас он находится в таком заброшенном состоянии. А с точки зрения архитектуры он изначально был довольно интересный, потому что архитекторы, они сделали такое очень деликатное здание с такими террасами, которые напоминают какие-то пирамиды инков, видимо, которыми они вдохновлялись, поросшие вот джунглями. Находится он прямо на берегу, у воды. Раньше здесь была зеленая крыша, было какое-то нормальное благоустройство. Вот. А сейчас люди сюда просто приходят погулять и посмотреть на исписанный и заброшенный бетон. Во время 22-х летних Олимпийских игр огонь горел не только в Москве, но и здесь, в Таллине. Я сейчас нахожусь в центре парусного спорта. Собственно, здесь проходила регата, и московский огонь привезли сюда. Вот здесь вот даже есть чаша до сих пор с памятными табличками победителей соревнований, которые здесь проходили, ну и, собственно, вот сама чаша олимпийского огня. Вот этот центр парусной регаты был совмещен с гостиницей, здесь жили спортсмены. По тем временам было такое очень инновационное современное здание, делали его молодые эстонские архитекторы, и сделано оно так максимально гармонично с окружающей природой. Даже если посмотреть вот это цветовое решение, да, тут лес, тут такая вот темная вода, галька. И вот, собственно, здание сделано так максимально деликатно и уважительно по отношению к местной природе. Еще что интересно, здесь на вот этой вот чаше огня написано, что изготовлено на заводе двигатель бригадой лауреата государственной премии СССР Кубасова. Вот знал ли, думал ли Кубасов, что спустя 40 лет его имя до сих пор будет здесь, в Таллине, с гордостью красоваться на этой нержавеющей чаше. Гостиницу «Виру» построили в 1972 году. Выглядит она как классическое здание тех лет, без особых изысков, много стекла и бетона. Но интересно, гостиница «Виру» вовсе не своей архитектурой. В СССР 70-х и 80-х она стала настоящим окном в Европу для таллинцев и окном в СССР для жителей Финляндии. В столицу Советской Эстонии охотно приезжали финны. Их влекли сюда прежде всего доступность и дешевизна алкоголя. Паром из Хельсинки шел всего несколько часов. Гостиница «Виру» стала центром этой финской цивилизации в Таллине. Здесь работал лучший ресторан города. Блюда и напитки, которые в нем подавали в других местах Советского Союза, было не сыскать. В баре выпивал Сергей Довлатов и другие местные знаменитости. На входе в отель туристов караулили проститутки и фарцовщики. За ними приглядывали сотрудники КГБ. В общем, все это было похоже скорее на декорации голливудского фильма, чем на советский город. Ну а гвоздем программы было варьете. Оно работало на втором этаже гостиницы «Виру». В чопорном СССР, где были запрещены даже намеки на эротику, существовало настоящее варьете с танцами полуобнаженных девушек. Как будто это парижский «Мулен Руж», а не гостиница в центре Таллина. Режиссер-постановщик этого варьете Калью Сарике в годы Великой Отечественной войны сражался против советской армии в рядах СС. Это кажется невероятным. Ветеран СС в 70-е годы устраивает эротическое шоу в советском городе.
Однако в Эстонии было возможным и такое. Кстати, варьете в гостинице «Виру» пережила СССР и существует по сей день. Большая часть застройки Тарту – это такая типичная советская застройка. Можно посмотреть там на планировку этих микрорайонов, хорошо знакомые нам панельки, вот эти вот огромные пустыри, дворы, дороги, тротуары. То есть с градостроительной точки зрения это все прямо напоминает Советский Союз. И вот даже смотришь, некоторые не отреконструированные здания, хорошо что-то знакомое, веет прямо родиной. Но эстонцы, конечно, понимают, что это жилье устарело, формат такой застройки тоже устарел, и потихонечку начинают все реконструировать. Вот за моей спиной сейчас типовая советская школа. Правда, сейчас она похожа на такое модное современное здание, но на самом деле это обычная советская школа, которая была построена в 1983 году. Ее полностью реконструировали, там поменяли планировку, поменяли архитектуру, как это было можно, но за основу взяли обычную советскую, хорошо нам привычную такую серую бетонную школу. Классный пример, как можно, не снося из устаревших вот советских зданий, делать что-то модное и современное. И тут около школы, то есть раньше советские дети занимались паркуром на гаражах, на старых гаражах, на стройках, а теперь тут им сделали настоящую, потрясающую площадку для паркура. Блин, мне кажется, я сейчас упаду. Новенькая баскетбольная площадка, там футбольное поле, а на горизонте повсюду стоят эти такие советские панельки, такие мрачные, с потеками. До них еще реконструкция и реновация не дошла. И выглядят они, конечно, так прямо не лучшим образом. Но это раньше была обычная советская школа, да, которую реконструировали. Да, совершенно обычная. Так, а что там, а там планировку поменяли или что-то внутри? Ну да, планировка еще поменялась, добавились, то есть сидушки, то есть в коридорах, ну, стало больше места гораздо, стало много где сидеть, то есть. То есть любой человек сюда заходит, да, можно посидеть на кресле? Ну, когда школа открыта, только в таком случае. И лифт в школе, это то, о чем я мечтал. У меня, кстати, школа была пятиэтажная, вот, и когда были уроки, биология была на пятом этаже, это было, конечно, кошмар просто сказать, да, на пятый этаж. Да, то же самое. Блин, а тут лифт в школе. Ничего себе! Так вот, это, наверное, всегда занято. Да ладно! Как круто! Я хочу в этой школе учиться. Я преподаю по-русски здесь, да? Да, по-русски и по-эстонски, в зависимости, русский учитель или эстонского. Да, конечно, совершенно потрясающий туалет. Как в хорошем, приличном заведении. Во-первых, здесь нету дверей, и вот эта вот школьная советская традиция, когда мальчика в женский туалет закидывают и закрывают за ним двери, все смеются, она здесь не прокатит, потому что тут индивидуальные кабинки, вот, и, ну и вообще все так красиво. Не, все будет очень круто, и действительно, когда ты смотришь, как они смогли с такой типовой советской школы сделать такое суперсовременное классное здание, начинаешь понемножку им завидовать. Вот. А рядом здесь типовой советский детский сад, который они не реконструировали. Он такой вот панельный, грустный, облезлый. И дети в этом детском саду, они с завистью смотрят на школу и ждут, что, возможно, когда-нибудь реконструируют их детский сад. А вот к военному наследию СССР Эстония относится совсем не так бережно. В 1953 году в заливе Хара была построена база для размагничивания советских подводных лодок. На тот момент подобных баз в Советском Союзе было всего три. Что такое размагничивание подводной лодки? Это специальный метод, который ослабляет электромагнитное поле судна, чтобы оно не реагировало на магнитные морские мины. Здесь, в заливе Хара, оборудование для размагничивания располагалось глубоко под водой. Подлодка подходила к пирсу, а на донные кабели подавался ток. Создаваемое им электромагнитное поле нейтрализовало магнитное поле судна. В советское время этот объект был, конечно же, строго секретным. В 1993 году Россия оставила базу в заливе Хара, и она превратилась в руины. А здесь вот еще от военной базы остался советский матрос.
которую, кстати, никто не тронул. То есть тут все стены, они расписаны каким-то граффити, надписи. Но вот матроса, что интересно, никто не завандалил. Не пририсовал ему усы, и даже вон красная звезда на месте. Ну и вот очень удобно, чтобы понять, что здесь было раньше, в советское время, здесь расположены старые фотографии, черно-белые, на таких стеклянных стендах. Теперь на этих руинах музей, здесь различные стенды, и вот эстонцы рассказывают, что здесь было. А началось, они называют это тайный портовый комплекс, который не был отмечен на топографических картах, и это был крупнейший объект военно-морского флота СССР в Эстонии. Что интересно, до начала строительства объекта военные вынудили переехать в другое место жительства жителей близлежащих деревень Вирве и Хара. Вот. А для того, чтобы здесь проходили какие-то гражданские суда, им приходилось запрашивать разрешение в Таллине у военных, и были проблемы здесь с навигацией. В общем, был страшно секретный объект, куда близко невозможно было подойти. Ну, кстати, историческим это место было местом отдыха. Здесь располагались дачи, люди приезжали сюда отдыхать, гулять. То есть до того, как сюда пришли военные. Вот военные ушли, и место возвращает свое историческое назначение. Теперь здесь строится какой-то гостиничный комплекс модный. На холму стоят какие-то такие маленькие домики с туристами. А военная база превратилась в такой музей руин советской оккупации. Эстонию вообще многое связывает с морем, в том числе и главная трагедия за время ее независимости. Крупнейшая катастрофа в новейшей истории страны – гибель парома «Эстония». Паром вышел из Таллина в Стокгольм вечером 27 сентября 1994 года. Погода была плохая, шел дождь, дул сильный ветер. Катастрофа произошла в 1:15 ночи. За несколько секунд волны оторвали визор. Это механизм на носу парома, который открывается у пристани, чтобы машины могли заехать внутрь. Эстония начала заглатывать воду, словно пасть акулы, и ушла на дно. Всего на борту парома было 803 пассажира и 186 членов экипажа. Спастись смогли лишь 138 из них, остальные погибли. Долгое время затонувший паром считался братской могилой. Эстония, Швеция и Финляндия заключили специальное соглашение, по которому запрещалось погружение к останкам корабля. Но недавно было начато новое расследование. В прошлом году съемочной группе канала Discovery все-таки удалось добраться до парома. На кадрах журналисты увидели пробоину на правом борту судна. Теперь власти начали расследование, чтобы объяснить причину происхождения этой пробоины. Советское наследие в Эстонии сохранилось не только в виде отдельных зданий, но и целых городов. Мы находимся в Силаме. Это небольшой город на севере Эстонии, на берегу Финского залива. Сейчас здесь живет около 12 тысяч человек, и почти все они русские. Этому есть причина. В советское время здесь располагалось одно из самых секретных предприятий – комбинат номер 7. Он входил в систему Министерства среднего машиностроения, которое занималось ядерной программой СССР. После Второй мировой войны Советскому Союзу нужно было догонять США в атомной гонке. Для производства ядерного оружия нужен был уран, а где его взять в больших количествах, поначалу никто не знал. Собственно, тогда и появилась гипотеза, что уран можно добывать из эстонских горючих сланцев. Для этого уже в 1947 году здесь, в Силаме, построили сланцехимический завод, а вокруг него на месте бывшего курортного поселка вырос образцовый социалистический город. Завод просуществовал до самого конца СССР. Впрочем, со временем он сменил специализацию. Добывать ядерное топливо из эстонского сырья оказалось невыгодно. Поэтому здесь в Силаме перерабатывали урановую руду, которая поступала из ГДР, Чехословакии и Румынии. В отличие от большинства подобных советских производств, бывший комбинат номер 7 сумел выжить и после распада Союза. Уран здесь, конечно, больше не перерабатывают. Теперь на заводе работают с редкоземельными металлами, которые используют в электронике, авиации и космической промышленности. Сегодняшний Силаме – это такой советский заповедник. Например, с точки зрения названий. Ну где еще в Эстонии вы найдете улицу Юрия Гагарина или улицу Маяковского? Только в Силаме. Здесь, кстати, очень хорошо сохранилась застройка 40-х-50-х годов. Город был спроектирован очень тщательно. Генплан разрабатывали архитекторы из Ленинграда. Им удалось весьма эффектно обыграть рельеф Силаме, который расположен на спуске к морю. На верхней террасе разбили парадный центральный парк. Здание кинотеатра построено в стиле сталинский ампир. Здание городской администрации выглядит как старинная ратуша, но на самом деле оно тоже было возведено в послевоенные годы.
Для сталинской архитектуры это очень необычная постройка. А на нижней террасе получился бульвар, идущий к морю. Он застроен парадными домами с магазинами на первых этажах. Когда-то в летнее время спуск на этот бульвар украшали живыми пальмами, которые убирали на зиму в специальной оранжерее. Вот интересно, что эстонцы здесь наводят такой порядок с благоустройством. Везде тоже подстрижены газончики, такой нормальный асфальт. А за домами не следят. То есть в домах везде, прямо как в России, там разные окна, все какое-то обшарпанное такое. Хотя вокруг кажется, что красота и цивилизация. Там выйти на набережную, там такой новый суперремонт, какие-то дорогие детские площадки, там мало архитектурной формы, фонтаны. И создается ощущение, что у города есть деньги. При этом вот главная вот эта вот ось бульвара с этими сталинскими домами, вот архитектурный центр города находится, вот сами здания, в не очень хорошем состоянии. И непонятно, почему они их игнорируют. Или опять это такое вот пренебрежительное отношение именно к советскому наследию, или еще руки не дошли. Ну, в общем, если центральный бульвар и все остальное там еще как-то не содержат в порядке, то стоит отойти во дворы, стоит свернуть с главных улиц, по которым ходят туристы, и начинается такая знакомая нам разруха. А еще здесь все-таки ощущается запах. Запах от завода химического, который здесь находится у них. Здесь, помимо, кстати, химического завода, здесь вообще промышленность так неплохо развита. Здесь много разных. Здесь бетонный завод, еще порт. Порт, кстати, самый близкий к России находится. И, судя по запаху, если так принюхаться, все-таки чувствую, что химический завод, он здесь один из самых главных. Обычно, когда указываешь на какую-то проблему в российских городах, тебе начинают рассказывать про плохой климат и менталитет, который мешает жить по-человечески. Но на самом деле климат и менталитет ни при чем. Это отлично видно на эстонской Нарве, которую от российского Ивангорода отделяет лишь река. Во времена СССР это был фактически один город, да и сейчас в Нарве около 88% жителей русские. При этом, пересекая границу, словно переходишь из одного мира в другой. В 2014 году в Нарве и Ивангороде одновременно отремонтировали набережные. Финансировал реконструкцию в основном Евросоюз. В Нарве получилось современное, такое интересное, качественное благоустройство с лавочками, урнами, детской площадкой. Здесь даже есть такая длиннющая велодорожка, клумбы, энергосберегающее освещение. В общем, по последнему слову, урбанистики. Даже сделали небольшой речной пляж. А еще есть солнечные часы, на которых, собственно, стою, где в качестве гномана выступаешь ты, а в качестве часовой стрелки твоя тень. Нужно только вот встать на правильный квадратик с нужным временем года. В Ивангороде получилось совсем не так. На нашей стороне стоит какой-то недостроенный заколоченный сарай, парковки, несколько фонарей с лавочками. Наша набережная постепенно вообще разваливается, и даже не скажешь, что кто-то ей занимался. Выглядит все это удивительно, потому что, когда ты находишься здесь, в Нарве, и видишь, ну, здесь такая очень длинная, хорошая набережная, пойдешь ты в чистоте, в порядке, и когда ты ходишь по этой набережной, тебе кажется, ну, конечно, это Евросоюз, тут, не знаю, везде такие стоят таблички, сделан на деньги Евросоюза, на деньги Евросоюза. И когда я был в Ивангороде, сейчас граница закрыта, но когда я был в Ивангороде, я говорил там с местными жителями, и они такие, ну, понятно, у этих эстонцев они берут деньги у Евросоюза, на эти деньги они там все делают, а мы вот здесь бедные и несчастные. Я говорю, туда посмотри, любо глянуть, кругом огни, вечером идешь, Нарва вся горит в огнях, в Ивангороде темень. Да. Я как один парень мне говорит, вот зачем вы так говорите, зачем, нужно своей страной гордиться. Да, а мало, туда Европа деньги дает, а нам в Ивангород хоть дай сколько денег. Все равно украдут или пропьют. А у нас почему порядка нет? Из-за того, что не в Евросоюзе? Россия есть Россия. На другой стороне, реально, просто страшная разруха, все перекопано, какие-то ветхие дома, какой-то заколоченный сарай. Вот этот сарай, он стоит уже здесь лет 10. Вот, и там около этого сарая виден маленький кусочек набережной. И когда я начал выяснять, мне тоже показалось, ну да, наверное, эстонцам денег дал Евросоюз. Так вот, друзья, Евросоюз дал денег и нам. И он дал их эстонцам. Просто эстонцы на эти деньги построили набережную, а это порядка, помните, где-то 2 миллиона евро они дали. А наши, как говорят, деньги просто украли. Вот поэтому у нас 50 метров убогой набережной около заколоченного сарая. Но, кстати, это не помешало губернатору Ленинградской области Дрозденко приехать и торжественно даже эту набережную
открыть. А, кстати, интересно, когда я гулял по Ивангороду и разговаривал с жителями, и спрашивают, слушайте, ну как вам набережная, как вам набережная? И люди мне говорят, слушайте, набережная у нас хорошая, набережная у нас замечательная. И я не мог понять, что замечательного может быть в набережной Ивангорода. И тогда мне бабушки сказали, вот смотрите, мы сидим здесь на лавочке и смотрим на Нарву, на замок, на их красивую набережную, все в огоньках, и у нас все замечательно. А они на что смотрят? А они смотрят на нашу разруху. Вот так вот жители Ивангорода умеют искать плюсы даже в этом бедственном положении, в котором они, к сожалению, находятся. И вот эта вот граница между Эстонией и Россией, она, наверное, одна из самых вообще контрастных, одна из самых ярких. Ну, можно, наверное, сравнить это Благовещенский Хайхэ китайский, когда тоже люди смотрят на другой берег, видят этот китайский небоскреб, все светится, и потом смотрит там на свой не очень развитый город. Еще такой интересный момент. Со стороны Эстонии рыбаки рыбачат на лодках. Вот здесь сразу несколько лодок, и за ними приглядывают наши пограничники. Вот такой маленький наш корабль с нашими пограничниками, которые смотрят, чтобы эстонские рыбаки не сбежали в процветающую Россию из своей загнивающей Европы, из своей загнивающей Нарвы. А наших рыбаков почему-то на лодках нету, они только стоят вот в сапогах там на берегу. Непонятно, чем это вызвано. Может быть, их не пускают, может быть, у них лодок нет. Не знаю, но вообще у нас с приграничными территориями гораздо все строже. Задолго до Ивангорода стоит пограничный пункт, и, например, вы, будучи гражданином России, не можете приехать в Ивангород, если вы здесь не прописаны, у вас нет особого приглашения, потому что все приграничные территории, они закрыты. Они открыты только для транзита. Если вы едете в Нарву, у вас есть загранпаспорт, виза, то вас пропустят, и вы можете попасть в Ивангород. А просто так, как гражданин России приехать в Ивангород, без приглашения, без прописки вы не можете. В Эстонии все гораздо проще. Здесь никаких ни постов, ни кордонов. Мы совершенно спокойно доехали до Нарвы и Сталина. И можно вдоль всей границы спокойно ездить. Здесь пляжи, какие-то отели и совершенно такая обычная спокойная жизнь. Но наши ребята приглядывают за этой спокойной жизнью, вот сидят в том катере. Вот что по-настоящему роднит Россию и Эстонию, так это любовь к пластиковым фонарям. Нет вообще ничего хуже пластиковых фонарей. Я не знаю, в какой момент, друзья, мы свернули не туда. Где мы ошиблись? Почему-то города начали закупать вместо нормальных металлических фонарей. Они начали закупать пластиковый. То есть он реально пластиковый. Он, видите, весь шатается. Здесь он уже весь потрескавшийся. То есть это просто, я не знаю, как это описать, да? То есть, видите, вот, все. Все уже очень быстро приходит в негодность. И одно дело, они начали вначале как-то появляться у нас в России. Их сначала сделали Екатеринбург, потом их поставили в Липецке. Потом-то зараза поползла по всей России. Я ходил, возмущался, думал, ну хорошо, в Европе такого нет. Оказывается, что есть. В Нарве почему-то тоже купили эти отвратительные дешевые пластиковые фонари. И не только в Нарве, во всех вот городах, что мы здесь едем, при реконструкции они ставят это пластиковое убожество. Позорище, просто позорище. Ивангород – это типичный российский провинциальный город со всеми свойственными ему проблемами. Разбитые дороги, отсутствующее благоустройство, вытоптанные газоны. Нарва, которую застраивали такие же советские строители, тоже при беглом взгляде похожа на обычный российский город. Но разницу выдают детали. Например, красивые светодиодные фонари, ухоженные газоны, немного другие знаки. На нерегулируемых пешеходных переходах эстонцы делают островки безопасности, а сам переход дополнительно подсвечен. В России такого не делают нигде. Застройка в Нарве и Ивангороде примерно одинаковая, но эстонцы несколько лет назад реконструировали почти все подъезды. Почти во всех домах города они поменяли остекление, расширили окна. В двух городах, разделенных рекой, живут одни и те же люди. Здесь одинаковый климат, долгое время оба города были под советской властью. Эстония не самая богатая страна Европы, а Нарва – провинциальный и бедный по эстонским меркам город. Но на фоне российского Ивангорода он выглядит намного более ухоженным и опрятным. Так что дело не в русской зиме и не в русском менталитете, а исключительно в способности и желании городских властей выполнять свою работу. Это здание больницы в Нарве, построено к 300-летию дома Романовых в 1913 году. Здание, кстати, недавно отреставрировали. К сожалению, в него вставили пластиковые окна, которые, ну, никак не вяжутся с потрясающей архитектурой модерна. Зато эстонскую больницу легко вычислить по грамотно сделанному пандусу и велопарковке. А вот так вот выглядит больница в Ивангороде. Она была построена ровно к тому же событию, тоже к 300-летию дома Романовых. Сейчас здание находится вот в таком состоянии.
столь же разные отношения и к обычной жилой застройке. И в Нарве, и в Ивангороде много сталинских послевоенных домов. В России за зданиями никто не следит. Некоторые окна заколочены, народ бросает квартиры и уезжает. В Эстонии тоже много проблем, но хотя бы виден свет в конце туннеля. В зданиях меняют крыши и трубы. Ремонтом домов в Эстонии занимаются, кстати, сами жители. То есть, если у вас начал разваливаться фасад, надо скинуться и отремонтировать его. Нарва довольно сильно пострадала во время войны. И восстанавливаю ее без особого уважения к истории. То есть, здесь вообще был старый город. Мы сейчас находимся в старом городе. Но ничто об этом не напоминает. Потому что застройка здесь такая типичная советская, четырехэтажные домики. Но единственное вот отличие от аналогичных строений за рекой в российской части, это то, что здесь как-то так выглядит все более ухоженным. Вот все дома, если посмотреть, они их реконструировали, эти поменяли остекление, здесь практически вот везде одинаковое остекление, отремонтировали подъезды. Вот здесь порядка побольше, чем в соседнем Ивангороде. Нарва и Ивангород, они живут очень так тесно друг с другом. В Нарве живет много русского населения, и часто можно услышать, когда ты здесь разговариваешь с людьми, они смотрят русский телевизор, они живут вот в русской культуре, и они не любят Эстонию. То есть они, видимо, не знаю, может, у них какая-то вот пропаганда наша телевизионная так действует, может, еще что-то. Они не любят Эстонию, они вот так смотрят, вот в России там, вот Россия, 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 Путин, Путин. Но, тем не менее, живут здесь, в Эстонии. А в России почему-то никто не переезжает. Такой вот интересный феномен. Вы так далеко ехали, да? чтобы эту нашу, извините за выражение, долбанную Нарву посмотреть? А почему долбанная Нарва? А что в ней хорошо? Не знаю, красивый город. Очень красивый. Но жить в нем, мы живем, извините, и каждый день любуемся. А и живете и мучаетесь? Да. Нет, да, примерно не так. Мучаешься, наоборот, любуюсь. А что не нравится? Все нравится. Эстония, нам. Сама Эстония. А Эстония не нравится. Чего? А чего мне нравится? Он эстонский еще знает, что ему не нравится Эстония. А что, в Россию не переедете? Ой, там вообще ходили вам там бардак. Там пока Владимир Владимирович порядок не доведет. Хорошо, что мы в Эстонии живем. Нет, мы ходим периодически. Почему Путин ничего не примет, никаких мер? Путин не дают враги ему поднять Россию с колен. Да. Вот здесь очень интересно, как сделано суперсовременное благоустройство среди таких серых советских пятиэтажек. Вот меньше всего здесь ты ожидаешь увидеть какое-то интересное благоустройство. Здесь подушка. Памятник подушки. Здесь, в Нарве, есть совершенно фантастическое здание, вот только построили, это Академия МВД. Вот. Но интересно, оно не только своей архитектурой, такая суперсовременная архитектура, у них внизу находится бассейн, который открыт для всех жителей. Вот. А вокруг сделано такое очень классное благоустройство. Ну и интересно вообще посмотреть на городскую среду, которую они здесь создают, это такая вот прямо ну, суперсовременная европейская городская среда. Все открыто, никаких заборов, велопарковки, какая-то современная скульптура. То есть здесь прям приятно находиться, и меньше всего вот это вот все похоже на то, что здесь будут учиться будущие полицейские. Вот. Выглядит просто суперсовременно, классное здание. Вот как граница между Нарвой и Ивангородом, прямо очень характерная. Также здесь граница между вот такой новой Эстонией, Эстонией европейской, и таким старым советским наследием с какими-то разбитыми окнами. Это вот серые кирпичные здания. Также хорошо вот эта граница видна и внутри города. Когда смотришь на такие здания, невольно вспоминаешь про отделение полиции, которые делают у нас в России, и понимаешь, какая разница. Вот такую академию полиции пойдут учиться нормальные люди, которые хотят делать себе карьеру, защищать граждан своей страны и так далее. В России, к сожалению, вот все, что связано со структурами МВД, там прям какой-то такой отрицательный отбор. Потому что если посмотреть на отделение полиции, на места, где они учатся, вот на все остальное, то становится понятно, что человек скорее пойдет работать каким-нибудь менеджером в банк или делать какую-то любую другую карьеру, но не идти работать полицейским. Полицейским часто идут работать просто от безысходности люди,
которые просто нигде в другом месте не пригодились. Конечно, есть исключения, конечно, кто-то сейчас приведет там миллион примеров хороших полицейских, да, но это скорее исключение, чем практика. У эстонцев, вот, ну, по крайней мере, академия выглядит просто потрясающе. Хорошая архитектура, классное здесь благоустройство, классные условия. И вот внешне прямо видно, что Эстония за 30 лет, она все-таки пришла в Европу. Во-первых, здесь же граница. И здесь граница, мы называем Востока и Запада, граница православия и католичества, и лютеранства. И Ивангород и Нарва были один город от 17 столетия до 1945 года. До этого, еще до 1991 года, все люди пересекались границу, кто жил в Ивангороде, работал в Нарве. Но 30 лет у нас сейчас разные судьбы и разные развития. Да. Очень часто приедут журналисты, особенно из европейских стран или из Америки, и тоже спрашивают, да, что где лучше жить, в России или в Эстонии, где лучше жить, в Ивангороде или Нарве, или почему, хотят ли местные люди уехать в Россию. Тогда всегда у меня перед глазами эта картина, как-то вечером прийти из Ивангород в Нарву через мост, как у нас все фонарики, все красиво, и со спиной остается темнота. Разумеется, надо понимать, что у нас маленькая страна, но Россия огромная, и действительно Ивангород же конец Россия или начало России, но она же маленький и провинциальный город. Молодежь хочет уехать куда-то, не знаю, в Англию, но в Америку. Не в Россию. Америка, Англия, Ирландия – это у нас такие очень популярные места. Нарва так близка к России, что здесь даже сохранили памятник Ленину и советский танк. Вот здесь, в Нарвском замке, стоит памятник Ленину. Ну, конечно, изначально стоял не здесь, а на центральной площади города Нарва, но после распада Советского Союза начался Ленинопад. Особенно в Прибалтике он происходил прямо активно. Всю советскую символику вымарывали, началась декоммунизация, и, конечно, Ленины, они полетели вообще повсюду. Но в Нарве история была немножко интереснее, поскольку Нарва, это считается самый русский город Эстонии. 88% населения здесь русские, и почти все здесь по-русски говорят. Собственно, когда распался Советский Союз, местные жители выступили против. Они сказали, Ленина мы трогать не будем, никакой декоммунизации здесь не будет. И мэр города, с одной стороны, он должен был показать, что Эстония, она идет европейским путем, и советским прошлым покончено, тем более вот началась вся эта история, там, что советская власть нас оккупировала и так далее, то есть нужно было принимать какие-то шаги. С другой стороны, был протест русскоязычного населения Нарвы, которое выступало против сноса Ленина. Мэр принял решение, с центральной площади Ленина убираем, но убираем его деликатно. Он приказал не накидывать ему на шею веревку и очень так аккуратно, чуть ли не с почестями, транспортировать Ленина в замок. Собственно, с 93 года Ленин теперь стоит здесь в уголочке в Нарвском замке. Что интересно, к Ленину до сих пор здесь местная такая вот прокоммунистическая тусовка 7 ноября приносит этому Ленину цветы. С другой стороны, антикоммунистическая тусовка, пользуясь тем, что за спиной у Ленина находится неплохой барчик, где продается хорошее пиво, она выходит в подпитии и справляет на этого Ленина малую нужду. Поэтому, с другой стороны, там хорошо видны следы того, что этого Ленина используют не всегда по назначению. Вот так этот Ленин здесь и стоит. Он, кстати, никак не охраняется с точки зрения государства, не является официальным памятником. То есть он стоит здесь, так, находится на полулегальном положении, и местная вот эта прокоммунистическая тусовка опасается, что скоро этот Ленин может отсюда исчезнуть. А памятник интересен тем, что это чуть ли не единственный памятник Ленину в Эстонии, который вот стоит в городе, а не является каким-то музейным экспонатом. Ну а вот, собственно, под каблук дедушке Ленину справляют малую нужду некоторые жители и гости города Нарва. Последний Ленин, который сейчас в публичном месте. У нас шутят, то, что в Тарту был Ленин, который в пинчаке. У нас Ленин, который в пальто, чтобы здесь климат пару градусов холоднее, чем в Тарту, сколько моря и вода близко. Да? Но я слышала, действительно, пару лет тому назад, когда маленький мальчик спрашивал от мамы, а кто это дядя. Да? Это больше стало сейчас, его любят китайские гости, туристы
фоткаться. И цветов, когда есть день рождения Ленина, стало тоже с каждым годом поменьше. Может быть, даже побольше спорной, это танк Т-34, который тоже здесь под Нарвой, последний танк, который на постаменте стоит, это пулемет в сторону Эстонии. Но каждые 5 лет повторяется то, что надо убирать танк. Да, но мы знаем Эстонию, что значит борьба с памятником, это никому не нужна. Но это такое любимое место местной молодежи, когда есть свадьба, всегда останавливается танк. И связывает ленточкой к этому пулемету, или как его называть, который похож к фаллосу. И туда связывают розовые, голубые и даже сильно-черно-белые, которые есть цвета нашего государства. И мои друзья, которые были здесь в гостях, это лето шутили, чтобы нормально принесет детей журавлей, а у вас в Нарве принесет детей танк. Так, чтобы она тоже уже стала таком части местного колорита. Ткацкая мануфактура в Кренгольме была основана еще в середине 19 века. На момент открытия она была крупнейшей в мире. В 1913 году здесь работали 9 тысяч человек. Это был город в городе, который постоянно расширялся и прирастал новыми зданиями. После выхода Эстонии из состава Советского Союза завод перешел к новым владельцам. Но достичь прежнего масштаба не удалось. Советский рынок для тканей из Кренгольма был закрыт. Во время Великой Отечественной войны корпуса завода были практически уничтожены. Когда в Нарву вошли советские войска, они обнаружили на месте ткацкой мануфактуры дымящиеся развалины. Перед тем, как оставить город, гитлеровцы постарались уничтожить завод. Однако производство было восстановлено достаточно быстро, и уже в 1946 году предприятие снова начало выпускать ткани. Кренгольмская фабрика снова стала одной из крупнейших в стране. Она получила орден Ленина и орден Октябрьской революции. После выхода Эстонии из СССР мануфактура была приватизирована. Производство постоянно сокращалось и в 2009 году прекратил работу последний станок. Почти все корпуса, построенные в советское время, были снесены. Сохранили лишь те здания, которые признаны объектами архитектурного наследия. Да и они находятся в запустении за забором. А вы живете здесь? Да. Это жилой дом, да? Да. А это бывшие, я так понимаю, общежития от этой ткацкой мануфактуры? Это дома для мастеров. А, дома для мастеров. Да. Понятно. Для работников. Что с этим делать будут? А это есть какие-то знаю. Планы вообще? По какой-то реновации, реконструкции? Я тебе скажу так. Короче, какой-то швед купил, и все это обанкротил. Больше сколько у нас тут? Может, около 10 тысяч, может, меньше. Там работало народу столько на фабрике моей. Все без работы остались. И так стоят вот. С экономической точки зрения Эстония самая успешная из всех постсоветских республик. Помните, Владимир Путин в начале своего президентства ставил задачу догнать Португалию по ВВП на душу населения. Так вот, эстонцам это удалось. Сегодня обе эти страны обгоняют Россию по этому показателю больше, чем в 2 раза. Также хорошо выглядят и цифры средней зарплаты. Она превышает 1500 евро. Это почти в 3 раза выше, чем в России. Достичь таких результатов помогли вовремя проведенные реформы. После распада СССР Эстония первой среди прибалтийских республик взяла курс на построение рыночной экономики. Помогали в этом консультанты из Швеции и Финляндии. Низкая зависимость от России помогла успешно пережить кризис 98 года. Евро в Эстонии был введен на несколько лет раньше, чем в соседних Латвии и Литве. Ну, тут вообще надо сказать, что все три прибалтийские страны, они очень разные. И после распада СССР, в общем-то, все они тоже пошли, каждая страна своим путем. И Эстония в этом смысле, конечно, ушла от совка дальше всех. Вот это бросается в глаза, особенно на контрасте с Латвией, которая, в общем-то, застряла в каком-то полусовковом состоянии. Вот, и, скажем, приезжая из Сталина в Ригу или наоборот, удивляешься просто контрасту. Эстония, да, думаю, что это связано в первую очередь с тем, что, в общем-то, тут были талантливые руководители. Ну, у них тут практически культ
Ленарта Мери, это первый президент Эстонии, на самом деле был очень мощный малый. Человек, которого можно, в принципе, поставить в один ряд с такими людьми, как, скажем, Лех Валенса или Вацлав Гавел и так далее. Конечно, масштаб может быть не тот, но тоже такой мощный, такой реальный национальный лидер. Ну и всякий такой уже технократический менеджмент тут тоже осуществлялся более эффективно, чем во всех остальных бывших советских странах. В этом смысле Эстония в значительной степени опередила даже многие страны Европейского Союза. Ну, то есть они очень гордятся и очень хвастаются, там, скажем, своим этим е-гражданством, е-бизнесом и так далее. Скажем, это эстонцы изобрели и внедрили Skype. Вот сейчас у них тоже там какая-то куча вообще новых стартапов, изобретений и так далее. В общем, в технологическом отношении они, конечно, большие, большие молодцы. Что говорят, например, в России, я смотрю опять, что в 40-м году, я не знаю, привезли заводы, образование, культура и так далее. Чушь. В 38-м году, это можно смотреть, Эстония была по ВВП на душу населения в Европе на 11-м месте. Впереди Финляндии всех. Это была хорошо развитая европейская страна. И Латвия тоже. Литва была немножко позади. Но что в Литве иначе, это то, что Литва была когда-то империя. От Черного моря до Москвы. И дух Гедиминаса, который был сильнейший король, до сих пор жив. И вот это чувство империи или большого государства у них есть, у нас нету. А вы сами знаете, что дух империи – это очень сильное дело. Это ведь, сейчас смотрите в России, это ведь ничего другого, чем болезнь ба о потере империи. Эстония – это принадлежит к северным странам. Мы – северные протестанты. Финляндия, Швеция, вот так далее. Литва – это более центральная Европа. Вот туда. Латвия где-то в середине. Так что тут различия есть. Но культурные процессы, университеты, школы – очень близко. Очень близко. Но мы более развиты. Нас меньше, но у нас как-то все проходит по-другому. Вот смотришь, ездишь, например, в Латвию, в Литву, они живут беднее. У нас бензин дороже. Вот мы чем еще отличаемся. Мы отличаемся языком. Национализм у нас похожий у эстонцев и у латышей, и у литовцев. Наверное, горечь за исторические вот эти все перипетии, это тоже схожая часть эстонцев, латышей и литовцев. Потому что так, с виду Эстония, она самая европейская, да. Так страна. А почему так с Эстонией получилось? Ну, нам проще, потому что и по территории меньше, и людей меньше, и русских здесь меньше, если сравнивать с Латвией. В Литве там еще меньше, но там просто население больше. Плюс ко всему прочему, эстонцы, они очень грамотно выстроили, лучше выстраивали отношения с Германией, с Европейским Союзом. И у нас это проходило все гораздо быстрее, чем в наших соседних республиках. Еще один залог успеха – Эстония на 90% обеспечивает себя электроэнергией. Как же это удалось сделать в стране, в которой нет ни нефти, ни газа? Все дело в наличии горючих сланцев, на которых работают теплоэлектростанции в восточной части Эстонии. На востоке страны расположен район, который можно назвать эстонским Донбассом. С начала 20 века здесь добывают горючий сланец. Началось это еще в 1916 году. России требовалось много угля. Первая мировая война перекрыла традиционный канал его поставки из Англии и из настоящего Донбасса. Поэтому срочно были разработаны сланцевые рудники в Эстонии. Сланец – это горючий материал. При его нагреве образуется очень похожая на нефть субстанция. Кроме того, выделяется еще и сланцевый газ. К концу 80-х в эстонской ССР действовали 7 сланцевых шахт. Кохтла-Ярве – это типичный шахтерский городок с застройкой сталинских времен. Он возник в 1946 году на сланцевых залежах. По сути, город представляет из себя конгломерат из нескольких рабочих поселков. Здесь до сих пор самая маленькая доля эстонцев среди жителей – всего 15%. В начале 50-х здесь был построен так называемый соцгород – комплекс двух- и трехэтажных домов для шахтеров.
Сегодня все это пришло в упадок. А в годы СССР в Кохтла-Ярви жило до 70 тысяч человек, которые занимались добычей сланцев. О предназначении города напоминает вот эта водонапорная башня на въезде. Она построена в виде шахтерского фонаря. Сложная ситуация, потому что сланцевая промышленность – это такая сердцевина энергетики. Эстония всегда была, но сегодня в связи с зеленой политикой и выбранной агендой Евросоюза сланцы – это считается наравне с углями наиболее загрязняющей инфраструктурой, поэтому ее сворачивают. Угу. Это большущий болезненный вопрос, специфический региональный. Почему? Потому что вся сланцевая промышленность, она сконцентрирована на северо-востоке Эстонии. Да. Традиционно, еще с советских времен, это, и даже до советских, надо отдать должное. Это все совершенно исторически не факт, что это советское изобретение. Еще до советского времени это там начали развивать, и потом... Ну почему? Потому что там ископаемые эти сланцы. Вот, и поэтому там, конечно же, сейчас проблема конвертации очень большая. А чем сейчас здесь люди занимаются? Ну, я, например, на пенсии. Хорошая вообще пенсия. Много здесь пенсионеров. У меня, да, я 600 евро получаю. 600 евро пенсия. Нам каждый год пенсию прибавляют. Каждый год у нас индифицируют пенсию. Ну, и у нас минимальная пенсия уже 500 у всех. А потом нам государство каждый месяц еще, вот в октябре нам дает одиноким пенсионерам еще под 125 евро дотацию. Здесь довольно такая интересная застройка, то есть прям такая вот хорошо знакомая нам сталинская застройка, двух-трехэтажные домики. Это все типовые проекты. Такие же проекты можно увидеть и в Москве, и в других городах России. Ну и, в принципе, на всем постсоветском пространстве их строили после войны. И не сказать, чтобы они здесь как-то их внимательно сохраняли, здесь видны и пластиковые окна, и поменяли двери, и какие-то непонятные эти вывески. Но что довольно примечательно, они везде сохранили советскую символику. Была главная улица, поэтому здесь много советских гербов, вот серп и молот. И все это сохранили, несмотря на такую массовую декоммунизацию, которая была в Прибалтике, в Эстонии тоже, и касалась в том числе и архитектуры. Но здесь, вот на этой улице, все сохранено. Смотрится прямо очень необычно. Вот самое главное, что отличает эту застройку от аналогичной в России, это то, что здесь довольно ухоженная территория вокруг. То есть кусты, они так преимущественно подстрижены газоны, везде ровные дорожки, даже есть велодорожки, что вообще довольно необычно в таких районах смотрится. А вот сами дома, они не всегда в хорошем состоянии. И как здесь жизнь у вас? Расскажите. Вот как у пенсионеров. У нас лучше, чем у вас, пенсионеров. Мы больше пенсию получаем. А сколько у вас пенсия, если не секрет? А вдруг потом придете, заберете? Я слышал... Почти 600 евро. 600 евро? Да. Ну, а вы что? Да. Если, ну, немножко не хватает до 600. И если это... Разное. У каждого по-разному. Все зависит... Трудитесь, ребята. Все зависит от стажа. А не думали уехать отсюда никогда? Никогда. Из Эстонии? Вы знаете, ну, вас тогда еще молоды, а может, вас еще не было... Но здесь так было все обустроено уже. Мы удивлялись асфальту, везде асфальт лежали, дороги. А к русским как здесь отношения? Нормально. Кто нас по телевизору пугают? Не. Моя внучка, например, у нее муж, она русская, муж эстонец. Дружит со всеми эстонцами. Русские дружат. Нет, сейчас нету никаких. Никаких. Да, молодежь ходит, эстонцы и русские со всеми. Нет такого притеснения. Вот здесь вот что удивительно, даже старый советский фонтан, он работает. И он не один, здесь вот все фонтаны, они, хотя они такие уже потрепанные, но тем не менее работают. И это такое вот, наверное, главное принципиальное отличие от подобных наших районов, что здесь все так вот более-менее ухожено. Все газоны пострижены, кустики пострижены, везде ровный асфальт. Везде какие-то там велодорожки, все работает, цветочки. Прямо смотрится очень непривычно, потому что в таких районах ты ожидаешь действительно увидеть какую-то страшную разруху. Это бывший шахтерский поселок Вивикана. Он был основан в 30-е годы. Здесь была шахта, добывали сланцы. И поселок был такой относительно неплохой. После войны его было самое бурное развитие. Он застраивался, тоже такие крепенькие двух-трехэтажные домики.
Ходили слухи, что застраивался этот поселок после войны пленными немцами. Ну, впрочем, подобные легенды рассказывают про любые районы, любые дома, которые строили после войны, и которые такие относительно крепкие и неплохие. Сейчас этот поселок умер, потому что в 70-е годы шахту закрыли, и люди отсюда начали уезжать. В лучшие годы население здесь было около 2000 человек, сейчас осталось менее 100. Остались в основном старики, кто просто уже не хочет отсюда никуда уезжать, но понятно, что никакого будущего здесь нет. И здесь вот очень интересно. То есть поселок, он тупиковый на этой дороге. И понятно, что здесь нет ни работы, ничего, и никогда ничего не будет. Здания разрушаются, люди отсюда все уехали, ну, доживают свой век старики. Но, тем не менее, сюда идет хорошая дорога, и ее, видно, ремонтируют. То есть, например, хорошая такая европейская дорога. Плюс они там делают какой-то ремонт, какой-то мост строят, в общем, все хорошо. Здесь делают какое-то благоустройство, какая-то новая детская площадка там при въезде, еще что-то. То есть, на удивление, это место, хотя вот с одной стороны мы видим, да, что есть какие-то руины, все заброшено, с другой стороны, в центре этого умирающего поселка все выглядит относительно неплохо. То есть это совсем не похоже на какое-то прямо совсем уже заброшенное и богом забытое место. Вот, то есть даже за такими местами эстонцы стараются ухаживать. А это, друзья, Таллинский машиностроительный завод. Основан он был еще в 19 веке, однако расцвет завода пришелся на советские годы. При СССР Таллинский машиностроительный завод был крупным поставщиком оборудования для сланцевой и газовой промышленности. Он первым в Советском Союзе освоил технологию воздушного охлаждения в процессе переработки газа. В конце 70-х на заводе работало больше 2000 человек. После распада Советского Союза, как это часто бывает с подобными проектами, завод пришел в упадок. Здесь несколько раз менялись собственники. Но если почитать на сайте компании владельца, что здесь написано, что вроде как здесь что-то даже производится, продолжают производить какое-то оборудование. Правда, если в советское время здесь работало несколько тысяч человек, то теперь число сотрудников измеряется десятками. А новые собственники зарабатывают скорее не на производстве, а на сдаче в аренду помещений старых цехов. Завод, кстати, довольно красивый, поскольку он был основан еще до революции. Здесь есть такие красивые еще дореволюционные цеха, промышленная архитектура. К сожалению, почти все на территории этого завода, оно пришло в упадок. Вот. Территория, кстати, открыта. Здесь можно совершенно спокойно походить, посмотреть на масштабы былого величия. Впрочем, крупное промышленное производство далеко не главная специализация Эстонии. В последние годы здесь случился настоящий бум IT-сектора. Именно в Эстонии был создан сервис видеозвонков Skype. И здесь же до сих пор находится самый большой офис и работает большинство разработчиков Skype. В итоге небольшая страна вышла в лидеры по числу IT-стартапов на душу населения. В этом секторе занято около 10% трудоспособного населения страны. Если в среднем в Европе 5 стартапов на 100 тысяч человек, то в Эстонии этот показатель в 6 раз выше. Помогают развитию бизнеса низкие налоговые ставки. При реинвестировании прибыли в компанию налог платить вообще не нужно. В рейтинге Doing Business, который оценивает легкость ведения бизнеса, Эстония по итогам прошлого года заняла 18 место, обогнав Германию и Канаду. Для привлечения в страну предпринимателей правительство в 2017 году ввело специальные стартап-визы. Такую визу могут получить учредители и сотрудники компаний из сферы высоких технологий для открытия бизнеса в Эстонии. Заявители, не являющиеся гражданами Евросоюза, в случае одобрения заявки получают вид на жительство сроком на 5 лет, а затем могут претендовать на эстонское гражданство. Ежегодно в Эстонию по стартап-визам приезжают около 1000 человек. Большинство из России, Украины, Бразилии и Индии. Программ очень много, поддержки очень много. Если не ошибаюсь, у нас количество стартапов на душу населения самое большое в мире. По-моему, в этом номер один per capita, да, так называемый amount of startups per capita, на английском это звучит. И стартапов очень много, все пахнет стартапами, и в общем-то много фондов, мест, где можно прийти запичиться. Вот, что-то, если говорить о вот старте, то здесь это комфортное место, потому что все еще не так дорого в сравнении там с Лондоном, с каким-нибудь Нью-Йорком или с Silicon Valley, можно здесь там пожить, поднять какие-то первые 50-100 тысяч инвестиций, что-то собрать, но если говорить уже дальше о высоком уровне, к примеру, в нашем стартапе мы вот сейчас собрали, ну, практически заканчиваем собирать 500 000 евро, то есть это у нас уже второй раунд, и нам сложно найти, к примеру,
хорошего программиста, хорошего маркетолога, уже с опытом, там, 5+, потому что они все заняты. И тогда уже возникает вопрос, как их искать? Их уже приходится искать за границей, их надо уже перевозить. Меня зовут Иван Ревков, мне 26 лет, я родился в городе Сартовало в Карелии. Сейчас последние 2 года живу в Эстонии, в Таллине. Что я сейчас делаю? Сейчас я развиваю свой стартап, это мобильное приложение Relaxo. Мы помогаем людям справляться со стрессом, а также улучшать качество их жизни. Все онлайн, все можно сделать онлайн по интернету. Можно проголосовать за президента, можно открыть компанию за 15 минут через интернет. Поэтому очень удобно и быстро можно все делать онлайн, и это вторая штука, которая привлекает многих. Жить в Эстонии относительно дешево. Много людей говорит на английском языке, много людей говорит на русском. И все, что нужно для развития бизнеса и жизни, здесь есть. И на самом деле я не удивляюсь, почему многие люди сюда переезжают, потому что здесь создана очень классная экосистема для стартаперов. Здесь есть целый район стартап-тусовки, много очень всяких разных мероприятий, людей, которые пытаются тебе помочь. Поэтому здесь очень классное место, небольшой город, в котором собраны крутые специалисты, и это огромный плюс для роста стартапов и компаний. Эстония гордится то, что для меня самое главное то, что когда мы в начале 90-х учили, которые страны в Европе вообще не знают, то, как ни странно, это был простейший какой-то обзор. Мы получили 3 страны. Никто ничего не знает. Это была Латвия, Словакия и Эстония. Угу. Направление, которое Эстония взял благодаря и политикам, и народу, и в середине 90-х, это e-государство, это IT, компьютеризация школ. С 2000 года Эстония уже, я не знаю, безбумажное правительство. И это развитие. Сейчас нас смотрят как на восточноевропейский тигр. У нас уже 8 таких фирм, которые имеют за миллиарды, это рекорд мира по душу населения. Mm-hmm. И есть свои богатые, чего у нас раньше вообще не было, миллиардеры. И все они не от нефти или не от газа и не от никеля. Все они новые идеи. Мы получаем дотации, и вот ближайшие, я так понимаю, что вот 22-й год, это будет последний год, когда мы получаем уже большие деньги из Европейского Союза. Я на сегодня скажу, что у нас есть свои сильные стороны. Если мы поломали производство, то на сегодняшний день у нас очень мы выросли в инфотехнологии. Мы сюда очень большое количество приехало ребят из разных стран, в том числе из России, которые делают свой бизнес именно в интернете. Интернет это уже отдельное государство, можно так сказать. И здесь мы сильны. Ну вот, и я могу сказать, что это дает очень хорошие деньги нашей экономике. Нет, но Эстония сама по себе экономика, завязанная на экспорт. Более 78% эстонской экономики это чисто экспортная. Это понятно, потому что сама по себе по размерам ведь экономика маленькая. И, естественно, благосостояние зависит от того, что происходит на международных рынках. Но, с другой стороны, завязана она на очень разные, так сказать, сферы кооперации, международное трудоразделение. И поэтому, в этом смысле, это вам не нефть, не голландская болезнь. Это, так сказать, совсем другие вещи. А тем более, что в последнее время значительно еще выросла совершенно новая экономика в Эстонии, в которой мало говорят, еще и мало понимают, и даже иногда, так сказать, тоже смеются старые бизнесмены. Ну что это такое? Вот там стартапы. Ну, знаете, что в Эстонии сегодня по количеству юникорнов, произведенных эстонцами, на первом месте в мире. На перкапита или на миллион жителей. И на сегодняшний день каждые 2 года удваивается удельный вес стартаповского сектора в целом в экономике. Минус в нем в том, что он не завязан на классическое использование территории как таковой. Сами понимаете, стартапы — это довольно, так сказать, движущаяся система, подвижная, скажем так, она. Но главное то, что большинство этих стартапов, как юникорнов, так и других, они, как ни странно,
центр развития в основном держит здесь. Ставку на технологии в Эстонии делает не только бизнес, но и правительство. Важное отличие Эстонии от соседних Латвии и Литвы, да и от всех остальных стран Евросоюза, это электронное правительство и электронный документооборот. Отвечает за это специальное министерство. Департамент государственной инфосистемы. Все жители страны получают ID-карту со встроенным чипом. Эту карту эстонцы могут использовать в качестве цифровой подписи. С ее помощью прямо в смартфоне или компьютере можно сделать что угодно, от подписания документов до голосования на выборах. Можно, не выходя из дома, зарегистрировать компанию, открыть банковский счет, оплатить налоги. Для иностранных инвесторов действует специальная программа. Она не дает ни гражданства, ни вид на жительство, но позволяет открыть бизнес в Эстонии и управлять им, даже не приезжая в страну. Вся эта инфраструктура базируется на децентрализованной государственной сети с открытым исходным кодом. Безопасность данных защищает блокчейн-технология. Эстонское правительство благосклонно относится к криптовалютам. Биткоин здесь признан платежным средством, и его принимают к оплате многие учреждения. Кроме того, Эстония одной из первых стран в мире объявила о планах по запуску собственной национальной криптовалюты. В начале этого года российские СМИ взорвались сенсационными заголовками. Оппозиция в Эстонии хочет провести референдум о вступлении в Россию. Надоело за 30 лет эстонцам эта независимость, и они просятся назад в родную гавань. Но на самом деле было так. Оппозиционная партия «Реформ» решила потроллить правящую коалицию и заблокировать референдум, предложенный консерваторами. На него хотели вынести такой вопрос: должен ли брак в Эстонии оставаться союзом мужчины и женщины? Во время слушания в парламенте партия «Реформ» устроила так называемую итальянскую забастовку. Чтобы заблокировать принятие решения, она предложила вынести на референдум несколько тысяч дополнительных бессмысленных вопросов. Среди них были такие: не слишком ли много на острове Хиюма людей? Надо ли в Эстонии запретить ножи и вилки? Можно ли пользоваться тележками в супермаркете? Ну и вот среди этих вопросов был такой: было бы лучше жить в Эстонской республике, если бы страна находилась в составе России? Этот вопрос вызвал шквал негодования у многих эстонцев, включая спикера парламента и премьер-министра. Против депутатов даже предлагали возбудить уголовное дело. Референдум о браке в итоге не прошел через парламент и был отменен. Понятно, что сам вопрос о вхождении в состав России или возвращении СССР в Эстонии не мог иметь никакого смысла. По всем опросам, здесь весьма невысокий уровень ностальгии по СССР. По данным американского исследовательского центра Pew, лишь 15% эстонцев негативно оценивают распад СССР. Это самый низкий уровень среди всех постсоветских республик, где проводился такой опрос. Интересно, что в Эстонии, в отличие даже от Литвы и Латвии, молодые люди, те, кто старше 35 лет, практически едины в своем мнении. Ностальгия по СССР принимает в Эстонии необычные формы. В городе Хаапсалу на северо-западе страны ежегодно проходят Дни ностальгии. Участники этого фестиваля носят советскую одежду, например, милицейскую форму или школьную с пионерским галстуком, и устраивают парад ретро-автомобилей. Другое проявление ностальгии – необычный спрос на советскую посуду. Цены на сервиз производства Рижского фарфорового завода могут достигать нескольких сотен евро за самую обычную посуду, которая была на кухне буквально каждого жителя Эстонской ССР. Молодое поколение русского населения, которое уже родился тут, живут тут, им уже это взгляд на прошлое и на историю, что самое главное, Вторая мировая война и, я не знаю, Александр Невский, это уже не влияет, потому что им надо конкурировать на рабочем рынке. Им, и когда они владеют языком, кроме этого, это огромный плюс, зная русский, и зная английский, и зная эстонский. То есть надо как-то растить детей, чтобы они были конкурентоспособные и так далее. Они уже совершенно другие люди. Но есть определенная ностальгия, конечно, у старшего поколения. Понятно, что невысокий уровень ностальгии обеспечивает успехи независимой Эстонии. Она лидирует на постсоветском пространстве по показателю ВВП на душу населения, обходит США и Францию по индексу демократии, входит в тридцатку лучших по индексу человеческого развития. Естественно, все эти успехи люди видят и в повседневной жизни, и в своих кошельках. Ну, скажем так, средняя зарплата эстонская сейчас выходит на уровень 1700 евро. 1700 евро? Да. Минимальная зарплата у нас устанавливается трехсторонними переговорами.
То есть это государство, это предпринимательские организации и профсоюзы. Они время от времени это делают. Угу. И это на уровне было 540 евро, сейчас повышается. Но насколько, не знаю, потому что буквально вот сейчас идут переговоры новые. Думаю, где-то будет 580-590 минимум. Значит, если брать зарплату учителей, то задача, которая была поставлена, так сказать, в целом одобрена даже разными политическими силами, а у нас многопартийная парламентская форма правления, это достигнуть превышения уровня средней зарплаты учителей 1,2 раза над уровнем средней зарплаты. Угу. Пока мы этого не достигли, мы где-то находимся на уровне средней зарплаты. Угу. Но продолжаем. А как вы знаете, для учителя это важнейшая составляющая, потому что... Ну, учитель в среднем сколько получает? Ну, где-то 1400-1700. Это уже на руки после налогов? Это до подоходного налога. Угу. Подоходный налог у нас 20. Ну, то есть на руки он получает там 1200? Ну, где-то так, да, получается. В СССР Эстония была окном в свободный мир, своеобразным перевалочным пунктом на пути с востока на запад. Здесь было позволено то, что в других частях Союза нельзя было себе даже представить. Поэтому трансформация Эстонии после обретения независимости прошла довольно легко. Сегодняшняя Эстония — это передовая и перспективная страна. Она очень открыта в плане ведения бизнеса. Здесь бурно развивается IT-сектор. С помощью электронных государственных сервисов можно открыть бизнес, не выходя из дома, и проголосовать за президента прямо в своем смартфоне. Благодаря всему этому Эстония по своему развитию уже практически догнала такие европейские страны, как Чехия и Словения. Российская пропаганда часто рисует Эстонию как страну победившего нацизма, где правит бал русофобы. Это, конечно же, не так. Но отношения между нашими странами находятся сейчас, наверное, на своей низшей точке. И если бы не некоторые сохранившиеся памятники и советские здания, сегодня невозможно было бы себе представить, что когда-то Эстония была частью Советского Союза.